Ты записи еще пишешь? Ну, запись есть, да. А ты почему ее не выкладываешь? Ну, как же не выкладываю? Вот первую часть запись я сделал на YouTube, засунул, а она сейчас обрабатывается. Нет, просто я ни разу не видел записи от твоего стрима. У, да их полно, ты посмотри. Их там целая куча. Так, вот. Вот я, кстати, я вот не вижу, как можно прямо из стима вытащить это. У меня, например, в Евротрек симуляторе, где я на машину наехал. Кстати, тут недавно прикол был, Вася Грузовичок. Ты выключил, кстати, такой? Стрим включил уже заново. Блин, я тут такие вещи рассказываю. Нельзя такие вещи рассказывать людям, которые пришли смотреть на РПГ. В общем, Ну вот. Ну, у прям... нас сейчас Torchlight 2, я, пожалуй, заглушку поставлю про Torchlight. Заглушка, конечно, красивая. А, слушай, Прям. можно поделиться. В смысле? URL-ссылка есть на скрин. Ну да, есть. Можно с Вот я друзьями нашел. поделиться. Не, ну я думаю, я на втором, наверное, могу ставить, не? Так, как из игры выйти? Теперь. Так. Предметы, подвиги, выбор группы, закрыть. Как выйти-то? А, наверное, вот кнопка старт, как всегда. Да. Ну прям с джойстиком шикарно. Так, а сейчас Torchlight 2 запущу. Кстати, народ разбежался маленько, я так полагаю. Ну да, пока тут настраивали. Ну, Torchlight 2, уж я думаю, все большинство видели. Вот Санта-Фе как раз говорит, открываешь библиотеку, выбираешь игру под новостями, будет посмотреть библиотеку скриншотов. Нажимаешь, открывается загрузчик скриншотов. Внизу средняя кнопка «Показать на диске». Он откроет папку со скриншотами, оттуда их и выставляет. Все это Ну, очень сложно. нет, если проще, А, то когда вот ты она. сделал скрин в игре, и когда ты из него выходишь из игры, у тебя вот это окно уже открыто, ну, откуда ты загружаешь в Steam. И там же есть просто посмотреть на диске. И тебе нажмешь, если откроется папка, и там будут, ну, файлы именно, куда ты можешь Так, выложить. сейчас я Torchlight засуну в стрим. Во, она сразу засовывается, в этом плане, конечно, здорово. Можно сказать, за секунду залетает. Вот, ну-ка, вот джойстик у меня тут не работает. Придется сесть. Да, к сожалению, придется садиться. Значит, Так, на сейчас я джойстике там можно распутаю. сесть там на диван, да, на Ну да, кресло. я на диване сидел, а Да, мне теперь вот, вот например, не очень удобно в том плане, то, что я сижу за столом, у меня далеко. локти на столе, то есть у меня руки не висят. А если я сижу на диване с джойстиком или на кресле, у меня локти висят. Либо они слишком высоко, либо слишком низко как-то. Ну, не могу его найти вот. Вот, вот наши Поэтому герои. мне на джойстике, например, не очень удобно. Ну, даже чисто вот позицию. Тут вот инженер Эмберлинг, это маг, я так понял. Берсерк. Берсерк, скиталец, это, наверное, с пистолетов палит. Ну ладно, возьмем берсеркера. Потому что он рукопашный, да? Ну, в дальника уже поиграл, да. Так, тут, помню, меня просили взять питомца от краба. Ну вот он. Новичок, ну, новичок поставлю. Лютик. Опять ведьмак, да? Там этот лютик неплохо. Ну, тут вещей намного больше, конечно. Тут там их было много, а тут просто океан. Ну, экран загрузки мне понравился. Ну, мне тоже понравилось, но тут стилистика такая другая. Озвучка русская, кстати. Ну, голос такой, как будто в студии в какой-то сел дед и читает текст. Так, в какую-то пещеру идет.
волшебница. Заставка рисованная. Да, тут вот так вот. Не, ну заставка прикольная, мне нравится. Ну прикольно. Ну. Кто бы спорил. Блин, еще озвучивать так в таком тихе там. Да. Ну когда он там этот паук хватнул в землю. Это хрыщ, блин. Забавный штука. Еще персонажи узнать. Персонажи прикольные. Нет, я имею в виду узнать вот именно заставку. Это одноглазый перец какой. Ну это как бы герой первого Торчлайта, как я понял. Это вот рассказывается, что у них там произошло. Вот, а это вторая часть. Ну первую я в принципе не играл, но можно. Вот видите, она сломала головой стену. А был бы шлем, она бы не пострадала. Не, вообще, не, я с тобой согласен. На мотоцикле-то ездить без шлема, там прическа сразу. Да, дело не прическа, там банально у тебя лицо все почернеет. Я когда в очках в темных ездил, вот один раз приезжаю, очки снимаю, у меня лицо все черное, где очки были, там все белое. Ну, да. Все, бензин же какой у нас, там, я не знаю. Там и бензин, и пыль, все. Ага, ну вот. Так, какое тут управление-то? Стандартное. Камеру можно крутить? Камеру нельзя крутить. Ты на мышке сейчас или на мышке. То есть я пытаюсь, но не выходит. Так. Это у нас правая кнопка мыши. Левой кнопкой мыши это удар, наверное, простой. Вот этот вот. Ну, только когда на видео. Инвентарь. Когти берсерка. Так, хорошо. И тут вот уже герой. Чернокнижник уничтожил Торчлайт и идет к ним. Как это Торчлайт? А что такое Торчлайт? Так, что-то у меня мышь медленно работает. Это торчок, да, торчок. Как-то она слишком медленно работает. Сейчас, секундочку. Сразу песни Моби вспомнилась. Да мы же должна летать. А она тут еле ползает. Во. Их. Оба. Вот. Ну вот, заработала. Сразу чувствую уже, когда скорость там не 5600. Кстати, в смысле не 5600, а сколько тебе надо? Ну 5600 вот сейчас. Этих. Куда тебе? Я не знаю, я не могу с тобой. Вот я... У меня Altec мышка была, там можно было поставить либо 2,5, либо 1800. Ну там 3 с чем-то максимум было, но я вот между этим взял. Вот. И блин, у меня одно слишком быстро, другое слишком медленно. Плюс я такой приколюху узнал, как вообще проверить мышку, как она работает, хорошо или плохо. Берешь Paint, открываешь, берешь карандаш и тупо круги чертишь. Если они, ну, чертят как-то ее, значит мышка хорошая. Если есть отклонение, значит хреновая мышка. Вот, и оказалось, что у меня была хреновая мышка, и вот я недавно новую купил, и, блин, реально лучше. Я раньше думал, блин, целишься, вот когда прям, вот точно тебе надо прицелиться. Вот, эх, хэдкраб дерется. Все равно надо попасть, как бы, в противник, ну, блин, мышку надо навести. И, блин, всегда такой косяк был, то что я вроде хочу навестись, но она куда-то то вверх уйдет, то вниз, и я раньше думал, то, что это я только криворукий. Ну, так, понятно. У меня с мышью тоже были проблемы. Я вот мышку новую взял вот недавно, и, блин, вообще вот забыл про это, просто я хочу сюда навестись, а она вот чуть-чуть выше там или чуть-чуть ниже. То есть, ну, такая херня вообще пропала. Вроде там мелочь, ну прям реально там мелочь. Да, да. А вот серьезно так скорость игру порой. Да. У меня как-то из-за мыши прям чуть не вся система тормозила, ну из-за плохой. То есть, как бы, ну, конечно, там, читеры мышки... Ощущение было, как будто какой-то, не знаю, как будто какой-то процесс грузит всю систему.
Оказалось, что мышь просто я заменил, и все прошло. Там на клавиатуре печатались буквы не те, там. Залил мозг или что? Ну, может, конечно. А может быть, терапил его, да? Так, ну вот. Вроде бы, ну да, карта тут больше, конечно. Не, ну тут другая совсем графика, тут она не на реалистичность скорее, какая-то, ну, мультяшная. На мультяшность, да, такое. Не, ну, в принципе, тут лес тоже зеленый, хотя бы. Ну ладно, да, уж не буду я так. Не, ну, то есть это как по настроению. Получше, чем ты описывал, но там мне больше нравилось. Может, потому не, что ну там она посерьезнее просто. Может, потому что там девка играл. Не, ну, та игра, она просто покрасивее, посерьезнее, то есть это тоже неплохая, но сравнивать как-то слишком, наверное. А, насчет, кстати, еще то, что здесь все вырезано, и вот в основном, как бы, вот именно действие осталось. Ну, квесты там, все вот это. Иногда, порой, ну, в этом случае, мне нравится разнообразие. Ну да, да, вот я либо о том. Либо там квесты почитать, либо там... Порубить. Сценовый момент, да. Чисто вот рубить это, я, ну, вот меня во всяком случае быстро там долетает, очень быстро там долетает. Ну, пожалуй, вот соглашусь. О. Стойкость. Да, уже 21 век, могу посоветовать пробу Expander. Можно любые клавиши клавы настроить на геймпад. Меня полностью устраивает. Ну, я так понял, типа, у тебя, грубо говоря, если там на клавиатуре надо играть, ты можешь на геймпад смотреть. Не, ну у меня или мышь, или геймпад. А на клавиатуре я максимум только передвигаюсь. Ну, передвижение. А тут, получается, я только мышью играю. Там клавиатура-то не нужна. Ну и на геймпаде, я думаю, мышку заменять не очень много будет. Одно дело, когда ты с типом рулишь именно персонажем, а другое дело, когда ты рулишь мышкой, чтобы ткнуть тебя персонажа. Ну ничего, так ничего. Вот он. Неплохо. Там говорят, дальше сложнее. Ну это легкая сложность, может посложнее поставить? Параметры, видео, аудио. Окно я, правда, кстати, не понял, к чему это, что уже 21 век. Как бы, а в смысле 21 век? Ну вот он тебе говорит, типа, да, уже 21 век, могу, ну и дальше... А, вот, это программу-то? Наверное, про программу, как настроить... Может быть, а может то, что графон ругаем. Кстати, вот Дорик пошел, смотрите, там такого не было. Да, тут такого не... там такого не было. Так. Что-то я хотел сделать только что. А, сложность повысить. Можно ли это сделать? Панель питомца. О, тут уже куча всякого шматья. Ну вот насчет шматья я согласен, что тут больше его. Ну, насчет того, что больше, я не могу согласиться, что это лучше. Ну, тут замучаешься. Потому что я, например, люблю чем проще, чем лучше. Ну, конечно, никогда совсем их там просто, я не знаю, там, один меч, ты всю игру не проходишь. Вот. Хотя, опять же, от игры зависит. Мне кажется, вполне реально там какую-нибудь игру запилить, чтобы вполне реально с одним мечом пройти. Ну, во всяком случае, мне. Вот. Блин, ну сложность-то можно как-то поставить? Может, escape номер, там можно. Выйти, сохранить, параметры. Вот с параметров. Сообщение. Вон необходим... там управление, там ниже вон управление, подсветка какая-то. Принять. Подсветку, ну чуть такая. Я... Броня украшения. А, подсветка. Это подсветка на земле. Что видно было. Блин.
Так, он мне подсказывает. Сложность можно менять, только создав нового героя, блин. Ху, ну окей, ладно. Тогда нового. Пусть будет новый. Тут я прошел-то 2 минуты. Так. Так, нового героя. Мне, кстати, почему-то он чем-то Доту напоминает. Кого? Доту. Ну, напоминает, да. Не знаю почему, но как. Прическа. Ну, нормально. Так. Хэдкраба берем снова. Сложность тогда норму лучше поставить. То совсем легко. Кстати, ну, смотрю, у меня совсем было. Ну, я с одного удара там что-то всех убивал, так неинтересно. Так, ну, мы не будем кино смотреть. Кинцо. А, вот, мне тут дают награды. Предупредите столицу. Не, ну нормальная игра, ладно, я, конечно... Преувеличил маленько. Да, я преувеличил что-то. Ну я просто почему погорячился, потому что ее стали сравнивать с Diablo 3, но все-таки они не сравнимы. Так-то, если. Ну, значит, тебе, видимо, очень-очень нравится Diablo 3. Ну, там красивый графон. То есть именно вот графон, а геймплей там ничуть не хуже. Точнее здесь. Или там. Да там. Ну, то да, есть я... он не. Он там не такой уж тупой. Я, к примеру, играл только в первый Diablo. Блин, мне как бы. Вообще мне не очень нравится сама вот эта вот приколюха, то, что чтобы убить противника, тебе надо на него нажать и будет лепить мышкой там. Ну, использовать. Ну а тут то же самое. Вот, ну, мне как бы вот это не очень нравится. Я больше люблю ему прицелиться там, или как, например, в той же самой ишке тупо отдать приказ ее. Ну, то есть, ну, либо короче. По таргету. Без этого, как его, без альтернатив. Либо все должно быть сложно, либо все должно быть просто. Вот. А тут вроде как и целиться особо не нужно, но вроде как и отбегать надо. Эх, там, что-то тут там, новые враги появились. Вот. Какие-то призрачные эти чуваки. Ну сейчас я им учиню. Блин, вот, кстати, я писал то, что на Твиче вот было удобнее, знаешь, в каком плане? Ну, там экран, ты говорил, вроде побольше. Да, там экран больше. А потом... Эх, кстати, чего я отметил, как бы вот при загрузке нового левела, ну, новой игры, по сути, карта изменилась. То есть тут раньше было по-другому. Ага. Лагерь монстров вот оказался совсем в другом месте. Если не любишь рубиться, то могу посоветовать Sims 3. Ну, или Farming Simulator. А вот насчет прочвайта я оказался прав. Не надо сравнивать и оценивать игру, как она для тебя, ведь вкус у всех разный. Ну да, вкус насчет разный. И насчет Farming Simulator. Я, например, в Euro Truck Simulator играю. Ну, Farming Simulator, блин, ну там же скучновато. Там вот. Нет, ну а Euro Truck не скучноватый, там, если сравнить с теми самыми дальнобойщиками, там хотя бы ты мог какого-нибудь там персонажа на дороге встретить, подвести с ним, поболтать, там мини какое-то задание. А в Euro Truck тупо ты катающий точки автостойку впервые в игру. Отравлен. Но меня прикалывает, потому что у меня есть руль. А, ну руль это да, на руле. Хорошо. Вот, и я тупо катаюсь, могу даже в True Story небольшую запилить, кому интересно. Буквально вчера было. У меня даже, кстати, видюшки, если я еще не выкладывал. Так. Отравлен наш герой. И насчет того, что вот если не любишь рубиться, как сказать, я не люблю тупо рубиться. То есть, где нужно тупо рубить. Мне нравится, либо когда есть хотя бы сюжет, либо когда есть какое-то разнообразие. То есть, помимо рубления, там банально, там, не знаю, читать что-нибудь, или там, как сказать, не вот там пройти полкарты, прежде чем ты тупо рубился, и тебе сказали, ой, а вот
там надо еще сходить вот туда, и ты идешь там, не знаю, полчаса, чтобы еще там где-то крутить. А именно, как бы, чтобы, во-первых, все это было обосновано, во-вторых, какое-то разнообразие. То есть, допустим, вот порубил, пошел себе домик отстроил. Например, там, я не знаю, пошел, опять кого-нибудь порубил, потом. Эх, блин, и, карта знаешь, сильно изменилась. Нашел себе жену какую-нибудь, там, я не знаю. Чем-нибудь вот такое, вот, чтобы было чем разнообразить. Ну, то есть, понятно. Ну, то есть, чтобы было и спокойное какое-то времяпровождение. Ну и... да, и активное. То есть. А когда вот просто вот бегаешь, рубишься, вот я вот еще не очень. Не, иногда, конечно, там нападает что-то там, блин, не знаю, просто рвешь и мечешь там. Ну, это крайне редко бывает. Так. Как тут принять-то изменения? Наверное, вот. Никак. И еще насчет Sims 3, кстати, я в него, ну не знаю, второй или какой там я играл. Я тупо там домик себе отстроил какой-нибудь и выходил. То есть мне вообще был пофиг, я там чисто в редакторе сидел дома. Ну, 70 лет, как совсем. Я не помню. Настроение. Может, второй, может. Нет, я не в саму игру играл, я тупо вот в редакторе дома строил. То есть там как бы построю, там обставлю, там, добью и потом. В кузнице какие-нибудь. Ну, в общем, игра а... тоже похвальная, ладно. Я погорячился, да? Да. Норм. Под этим был, как бы, под эффект, под эффект. Ну, может быть, что-то... Подзабыл, может, я. Может. Так, что-то, блин, они совсем офигели. Забавный писал. Ты офигел, ты какой рисун поставил? А? И какой вариантованность поставил? Ну, нормальный. Ну. Я вот, вот опять же, я вот не могу РПГ на нормальном проходить вариантованность. У меня это было слишком заморочено. Жажда крови? Нифига себе. Каждый крит повышает ваш уровень здоровья на 5% от максимума. Ничего себе. Это вообще, это мечта кастетов ПВ. Ну там, наверное, какой-то премий, наверное. Повышает. Ну надо крит, чтобы прошел. То есть мне надо быть таким довольно ловким. Ну или шмот на крит поискать. Не, ну бывает, наверное, на определенное время там дают скиллы навсегда. Ну это навсегда. А, тут ты можешь там прям не хилить. Ну то есть при каждом крите он хилится, это норм. А, ну хиль нет. Хилится, я думал там он это хп вообще подавляет. Ну это норм, норм. Я примерно-то понимаю, что это. Это как бы хил от своих ударов. Это, что может быть лучше? Вампиризм. Да. Кстати, народ подтянулся опять. Блин, я что-то с одного удара этих крупных выношу. Что-то опять все равно легко. Все отходили. Ну, блин, может потом... Ну ладно, ладно, уж не буду я. Нового. Начинать. Сейчас там появится. Может, да, появятся враги, которые одолеют. Запертый сундук. Как это запертый? А вон золотой ключ дали. Где моя отмычка, да? Так, где мой хэдкраб? Там на месте. Никого спасти-то не надо, он из горячего дома. Вот а не знаю. По-моему, нет. Там он сундук прям нарисован так. Ого, ух. Оу, сколько. Вы нашли вставку эмберит. А, понял. То есть, ну тут в этом плане норм, конечно. Прям по-простецки. 6% брони питомцев и помощников. Оружие 3-5% к скорости атаки. Ну, нормально. Ладно. Ну тут, в принципе, я так понял, много всего падает, и поэтому нечего жалеть. Требуется уровень 6, 53 к запасу здоровья, ну норм. Ну тут вон сколько шмоток, ух. Чтобы насчет... выбрать набор дополнительного оружия, нажмите В. Насчет как бы нечего жалеть.
Ну, камни эти, то есть лучше их засовывать. Не знаю, я всегда почему-то берегу, хочу как-то вот более нормально, прикольно там, да, пикнуть, но чаще всего что-то все равно так до конца игры дохожу и так они... Ну да. Я уже, в принципе, понял, что тут нечего крохоборничать. Так. Куча золота. Тут золото миллионы. Легко фармить. Так, а это что такое? Вы спасли мне жизнь, еще немного эти крысюки меня бы сожрали. А, и что он что-то хочет дать. Ошейники могут носить только питомцы, физическая броня. Так, один к стойкости. А этот что? Один к силе. Ну, питомцу, наверное, лучше взять. Ну да, учитывая, что тут все плюс один, а там питомцы сразу. Ага, у питомца, ну-ка, как у питомца? А, кстати, на питомца еще надо как-то насадить уметь. Да, тут как-то... А, вот. Нашел. Вот она, хоп. У него еще инвентарь, как у героя, кстати. То есть можно свой инвентарь забить, а потом ему еще накидать. Целую кучу. Такой, ну, а иначе тут без этого никак, потому что очень много предметов выпадает. Кстати, вот уже приколюшка, которая вот мне вот лично не очень понравилась. Ты, считай, надел на питомца там фигня? Да. А он не изменился. А, ну, она маленькая, он сам-то маленький, там не видно просто. А ну-ка, можно приближать? Где он тут? А ну, выходи. Не, ничего не изменилось. То есть, ну, вроде мелочь как бы, да, по сути? Ну, будет... герой меняется, то есть герой вроде бы меняется, сейчас поищу. А, ну это хэдкраб мог. Он там внутри, да, на борту надел. Ну-ка, надо все-таки, да, это с этим делом. Легкий капюшон. Ну, они одинаковые, нечего и менять. Так, вроде бы что-то пишут в стиме. Сложность... А, так, это прочитал. Ой, блин, закрыл. Кстати, в стиме что прикольно сделали, сейчас историю маленько сканяет, пофиг. Если закрыл, она не совсем улетает. Так. Коммент прочитан. У, 20 зрителей, ничего себе. А, вот. Это мало, до 30 кошелек. Кстати, тут и на Гудгейме народ подтянулся. Магом, да получше, на клаве, плюс мыши тоже. На харде тебя бы убили еще до поворота. Пока реген идет, надо постоянно прожимать его, свитчиться неудобно. ДС слишком короткий. А это про Dungeon Siege. Ну, Good Game сайт. Кстати, Good Game это, я считаю, один из лучших сайтов про стримы. То есть там каждый день идет куча стримов, наверное, штук. Ну, точнее, в любое время дня и ночи там какой-то стрим идет, и не один. А штук 10, например. Вот, я мне понравилось этим. Ну, goodgame.ru. Заходи и там увидишь это дело. Единственное, что мне не нравится, это то, что там как бы трансляции, они сопровождаются чатом вот справа. Ну, вот когда я смотрю такие трансляции, меня прям какой-то дьявол обуревает, и я начинаю там троллить там и так далее. То есть, как-то не очень хорошо. Изменение навыков. Тебе сейчас на стоп-гейме-то забанят. Реклама. Так, примечание. Можно вернуть только последние 3 потраченные очка навыков. А, то есть ты не только на стоп-гейме тему создаешь, еще и там? Ну, да, и на кибере тоже. А, значит, вот почему народ... Я думаю, на Goodgame постоянно все. Ну вот, Goodgame хорошее место для стримов, в принципе. То есть, нормально. Я когда-то думал попробовать, но понял, что у меня MacBook использует. Ну, не в плане настройки, а в плане того, что все равно, когда ведешь стрим, надо ведь и играть, и как это, осознанно генерировать текст, и что-то рассказывать, и при этом... Ну, надо, да. Как поддерживать все это, не, я так подумал, может быть, когда-нибудь...
Но плюс сейчас, когда-нибудь не скоро, да? Плюс ты зовёшь сейчас видео, ну, так, вот, вы хотите заходить вроде ко мне на скайп там. Вот, мне так правило. Я пока учусь хотя бы соображать. В том плане, что, ну, видишь, уже как бы сообщения читаю, уже хотя бы больше не уникально делаю, чем как когда просто читал, и у меня из головы сразу улетало. Ну, я, в принципе, так-то тоже. Ну, вот понял одно, что если тебе что-то нравится, то лучше этим заняться, и пусть лучше плохо, но после, как бы, качество-то оно придет. То есть самое главное — работать, и все получится. Вот Вара говорит, что в последнее время всех плееров Twitch смотрит. Ну вот Twitch, Кибер, он хороший плеер, но он вон глючит, не знаю как. А Twitch, кстати, чем? Ну, а Twitch, там в основном англоязычная аудитория. Вот в чем дело. То есть, по сути, там в основном, как бы, это, вот, европейские стримеры шарашат. Ну, в принципе, я ничего не вижу в этом неудобного. Только, так сказать, на стоп-гейме я же в основном-то там. Там можно и тему создать, и комменты пописать, почитать. Вот. И Twitch, он не встраивается во стоп-гейм. Ага. И вот из-за этого я как бы кибергейм. Ну, возможно, Twitch чем-то и лучше. Ага, вот, разговор. Кстати, по-английски говорит. Спасибо за предупреждение, но уже поздно. Так, о, хороший. Я не понял, о чем. Что-то, блин, я продал хорошие кастеты. Так. Так, обыскать храм, все понятно. Так, интересно, а я могу выкупить там свой кастет? Я думаю, 3 дорога. 32, тут 69. Нахрена ты его продал? А, да я их перепутал. Тут не понятно. А, используется. Понял. Там маленькими буквами написано вверху, используется на предмете. Если он в руках. Получается, этот надо сюда, а на вид они одинаковые. Получается, это в итоге вот то, что у тебя в инвентаре лежит. Если на тебе это даже надето, оно все равно у тебя занимает место в инвентаре. Нет. То есть, нет, вот, а ты говоришь, если наводишь, написано, что надето. Нет, а вот смотри, вот я навожу, допустим, на инвентарь, и появляется 3 предмета. И на двух из них вверху, вон, на рамочке написано «используется». То есть вот то, что используется, это в руках. Нет, я к тому, что если ты вот у тебя, ну, место в инвентаре, клеточка, mm-hmm, да, занимает вот какой-то предмет. Так. Если даже ты его оденешь, этот, ну, предмет в инвентаре в этой же клеточке все равно останется, просто, ну, будет занимать. Нет, туда положится старый предмет на это место. Тогда при чем тут спихнуть? Ну, вот. Ну, то есть, по сути, у меня сейчас 3 кастета. 2 одета, один в сумке. Но вот который в сумке, он слишком высокий левел нужен. Так. А у меня там еще есть, интересно, что-нибудь? О, кстати, тут вот есть личный сундук и общий сундук. То есть можно через общий сундук обмениваться с другими персонажами при прокачке. Это, я считаю, большой плюс. Это стибрина у Диаблы. Не надо выкидывать на пол, да? Да, то есть можно своим другим персонажам передать предметы, которые не востребованы этим персонажем. Ну, это норм. Рыбное место, можно рыбачить, получается. А, он сбрасывает очки навыков, понял. На рыбном месте? Можно вернуть только последние 3 очка навыков. Угу. Получается, ясно. Пошел рыбу ловить, да? А тут можно как-то ловить, но я не знаю как. А, не, вон, закинул. Да. А, болот. Оп, поймал кого-то. Смотри, уров, улов, криворыл. Интересно, а где он, криворыл? Да, не стоит забавное название. О, поймал. Превращение, клыкач, время действия 5 минут. Чтобы скормить улов питомцу, щелкните правой кнопкой.
Криворыл превратит вашего питомца в мощного колокача. А ну-ка. О! Ха-ха! А чё, прикольно. Интересно. Так, в степях штурм Биорна соорудили кузню для диких клыкачей. Достаньте чертежи штурм Биорнов. Какие-то медведи начертили чертежи, но это... Что-то новое. Наверное, медведи. Да. Транзитный портал. Тут порталы, ну... Ладно, игра классная, согласен. А особенно если в коопе играть, то вообще будет здорово. Ну, смотря с кем. Я бы вот так сделал оговорку. Ну, возможно. Повторимся, есть такие люди, которые... Ну да, легко. Ну это да. И во-вторых, есть, например, люди, как вот... Например, вот я с друзьями, когда играю, вот разница один, и что я играю с друзьями, заключается в том, что мы сидим в скайпе и болтаем. Все. То есть как-то вот на геймплей это вообще никак не влияет. Вот. Как бы, ну, по мне, как бы это не... А вот в Diablo 3 там, по-моему, мощность монстров повышается, сложность усложняется. Что-то нет, такое. Ну это да, но я имею в виду то, что как-то вот, чтобы друг другу помогали там, да, или что-то там, я не знаю, там, банально, один там был хил, один танк, чем-нибудь такое хотя бы. Ну это надо, это мой RPG тогда надо для этого. Кто кем хочет, как хочет и ну, идет да. Куда хочет, то есть, ну, никакой договоренности вообще нету. Пытаешься как-то, ну, сгруппироваться там, да, то есть банально с кем-то за компанию пошел, просто все равно он в итоге куда-то убегает, ты его теряешь, и все, и то же самое получается. Ну, понятно, вот. Ну, бывает. Это я пока не нашел компанию людей. Что-то... Вообще... Такие компания? Вот, кто дай мне там, дай мне шкуру вепря, не знаю, со мной такие люди просто не задерживаются, я слишком педантичен для них. Не, ну одно дело задерживаться, другое дело то, что, во-первых, таких людей больше. Вот это да, монстр появился. Не, вот вижу, нашел я то, что в лучшую сторону как бы отличает. То, что карта динамически меняется. А то я только каждый что раз... то, что минус ее, знаешь? Какой? Ну, я считаю, монстров не всех еще убил, а уже вот эти надписи стали появляться. Собрать тут, собрать там, и тебе приходится как бы обводить маленько, чтобы попасть. Ну, мешает как бы. Да, слишком дофига, если вылезет, то уже бы вообще мешало бы. Да? Ну, да, согласен. Эх, я сейчас себе сделаю такого хилера, который хилится от ударов. Силу, ловкость, короче, побеждать. О, 5% уже крит, это дофига. Знаем, когда все вот эти проценты, 5%, 2%, что-то я не мешает. Да ты чё, 5% это ух. Я перфекционист, должно быть 100%. Ага. Вот в Perfect World там были сундуки такие, в них выпадал нужный лут с шансом до 0,1%. То есть 1/100 от 1%. И люди доставали эти вещи, там донат ну, просто дичь. Я просто знаю себя, скажем так. Я тот человек, который с шансом 99,9% вероятности, что тебе выпадет нужный шмот. Мне все равно он не выпадет. Поэтому как бы для меня мне надо 100% минимум. Не, ну мне тоже хорошее, в общем-то, мало выпадает рандомно, честно говоря. Мне вообще не нравится. Может выпадал, просто я не знаю. А, нет, был. Выф онлайн. Да, выф онлайн. Да, выф онлайн. Прилетел я на белый один. Ну, чисто там эти вкладки оставили. Причем прилетел, ну, нафигачить на маленьком. Я тогда еще на ментуре копал, ну буквально только начинал играть на маленьком. А там подземный какой-то лежит. Нет, а там три неписи мелких. Ну, обычные вот эти вот. Ну. Я их убиваю. Что-то выпало. И в одном лежит имплант, который я продал за 140 миллионов. 140 миллионов, офигеть. То есть, поначалу там для меня, ну, да у меня там что? В кармане, наверное, было там, я не знаю, там миллионов 10, может, да? Вот, ну, да. И то эти 10 миллионов там копнули, копал, так не знаю, дня 2, да, дня 2-3, наверное, копал.
А это, блин, 140 миллионов выпало. Оп. Вот один Ну, такой случай. ну, у меня было два подобных случая, но не на 140 миллионов, а гораздо меньше. Там на 35 миллионов и на 8, что ли, или на 10. Там патроны выпали какие-то особые, и они там стоят 35 тысяч один патрончик. Ага, во. Насчет патронов еще приколюха была такая. Значит, стоим и копаем. Подлетает к нам чел. Я так понял, вообще первочком пользовался, чтобы, ну, с нами общаться. Он вроде у вас есть лицензия тут копать? А как первочек, лицензия горняка. Вот. Какая еще лицензия? А вот он, чтобы копать, нужна лицензия. Могу вам продать за 10 миллионов. А он это разводил. Мы смотрим, у него там это старший игра меньше одного дня. Вот, он, в общем, пишется с нами. Вот, нет, слушай, дальше говорит. Ну, нам, тогда мне очень жаль, но мне придется вас уничтожить. Начинает ему атаковать, прежде чем прилетает Конкорд, наши дроны его уже разобрали, и он... Че? Не, ну, один день, Стаж, игры, это понятно. Не, ну, блин, прикол, он прилетел такой, да, его там невооруженные шахтерские баржи разобрали буквально там, я не знаю, там, за пару секунд. То есть мы во флоте были, считай, напали на одного, второй тоже атаковать может, да, считай, там на него 10 дронов сразу напало. Чё? Все. Это вздуло, блин, ну, это забавно. Слышно. Считай, повезло, что такой попался, а не какой-нибудь. Ну да. Засранец, суицидник. Попался уже засранец, три засранца суицидника. На двух эсминцах и одном крейсере меня напали. Это на чё они напали, на ретривер? Нет, ну да, не, на Макинаву. Да блин, Макинаву, это плохо. Она не выдержала, ну как, одного я успел замочить, а второго нет. Ну третий там буквально это держал, варпкой, ну варпкой, там, без рапка. Хм, вот. Но все равно, блин, обидно то, что, блин... А по сути, они сколько заработали там? Ну миллионов 2-3, наверное, заработали, да? При этом потеряли два эсминца снаряженных. Ну там по мелочи, ну, по сути, там... от твоего разбитого корабля они что могли снять? Вот эти твои лазеры, там, апгрейдеры, ну, кристаллы, ну, маленько, там. Маленько руды мало. Ну, короче, лямов 5 они получили, ляма 3 просрали. То есть, ну, и в итоге, ну, 2 ляма они получили, да. Из-за этих двух лямов так напрягаться. Там, не дай бог, все капсулу твою сольют. Не, ну капсулу не сольют, потому что это Конкорд не сливает. Не, ну игрок-то может. А какой игрок там? Она не прилетает на билте, один чел стоит. Ну понятно. Паразиты. Так. Так, а Варп я вот написал, кстати, я за мага играю и пошел больше в огонь. Люблю магов и всегда их создаю. Потом по моей иерархической системе идет лучник, а дальше по ситуации. А какие предпочтения у вас? У меня ассасин. Инвиз и большие криты и урон и убивать. Не знаю, я особо в этих героях не смыслю, поэтому я беру тупо танк, тупо вот стою на том месте. Не, ну танк он самый выгодный на самом деле. Это самое простое, на мой взгляд, там особо ухищряться не надо. Ну, дамаг по нему мало заходит, там он бьет довольно прилично. Качает, как это, защиту и урон обычно качает. Все, и похер там. Стоишь как этот, как истукан, задрачиваешь левую. Так, а тут вот оскверненный склеп оказался на дороге, на пути. Так, так. Так, свиток оказался в склепе, и штурм Бьорна уже там. Надо добыть этот свиток, ну окей. Насчет склепа, кстати, это, ну, за счет того, что карты генерируем, он тут реально просто оказался, я так понял, да? Ну да, да. Да. То есть он случайно абсолютно тут оказался и квест появился. Это хорошо. Тяжелый меч какой-то. А кому интересно тут тяжелый меч? Берсеркеру? Потому что остальные инженер, маг, там, стрелок. Ой, сколько же вас тут. Инженер, кстати, как всегда с гайсным ключом. Ну, может, инженер. Ой, это слизня. Капец, какие они злые-то.
головоломки. Они на конфеты похожи. Мне сразу едут. Не, не, мне тоже понравилось. Все, мне нравится. А чё, кстати, позеленело сливом? Да они там ядом меня фигачили. Ух ты, он какой стал. Так, это чё? Типа критический удар был, что ли, когда ты таким этим становился? А критический Аудар. Удар, это магический удар, как бы такой, ну... Вот, не, расход маны. Наносит 91% от урона текущего оружия в секунду. И еще, как бы, ранит. Ну, то есть он, по сути, слабее, но ранит. Да. Вот, тут короткоствольный карабин. Кастетов целый мешок. Так, 14-21. О, к шансу критического урона. Отлично. Как раз то, что надо. Сейчас я туда еще встрою. Вот. О, восполняется 7 единиц в секунду. Похищается 12 здоровья при ударе. У-у-у, это вообще. Зашибись. А, в Dragon Nest Хэллоуин. А как другими проектами, которые вы играете, есть или будет в EVE и Guild Wars 2 что-нибудь? В смысле, будет ли? Ну, смотри, я так понял, в Dragon Age сейчас Хэллоуин в том плане, что на каких-то локациях определенные предметы появляются. В Guild Wars, вот как мне сообщил товарищ мой по игре, Михаил, будет новый ивент, и он типа очень крут. Его проводили в прошлом году, вот, и он рекомендует мне даже прийти, так сказать, посмотреть. Может, схожу. Ну, а в Вивке я никогда такого ничего, кстати, не видал, есть. Ну, в Вив онлайн там два раза в год обновление проходит, такое великое. Ну, там оно никак, ну, великое именно, оно не просто то, что там под Новый год ёлка да. появляется. Ну, сами подумайте, как реализовать снежную ёлку в открытом космосе. Тоже, как бы, вот, я не знаю, там, какие-то летишь, что такой весь боевой, да, и на тебя тыкал. Кстати, я вот шапку одел ему на голову, и у него шапка появилась. Ага, вон. То есть, кастомизация в полный рост. Ну, шапка, кстати. А я вот сейчас кастеты, вот, что плохо, они похожи, как братья-близнецы, кастеты. Нифиг отличишь. Ну-ка, я сейчас вот своему питомцу все отдам. Кастеты не нацепили. А, не, блин, я не то нажал. Насчет, кстати, вот этих вот ивентов, ну не ивенты, а вот вообще вот эти декорации. То есть ты вроде прилетаешь на знакомую локацию, да? Да. А там, ну а например, там меняется. Елочка стоит, там, например, новогодняя, или там. Да, блин, сейчас, секунду. Ага. Получше вот кастет. А можно ли, допустим, разобрать его? Прям даже интересно стало, можно ли разбить предмет? Прям даже здорово. Так, 3, тут 4 броня. Вот получше. Так, у меня чего-то пришло. Сейчас почитаю. Можно разбить во втором городе. Когда накидаешь питомцу вещей, иконка под его изображением в виде домика отправит его в город. Продать все предметы из его инвентаря. Фига себе, вот это чит. Ну, Дмитрий, спасибо. Вот это ты мне помог. Я потому что всегда бегал в этот город. Офигеть, это класс. Это я сейчас тогда воспользуюсь такой опцией. Я тут, я что-то... А, насчет этих вот мелких там тыквы на локации появится какая-нибудь новая. Например, в Хэллоуине, когда в Ace Online играл, там на локации появлялись такие тыквы, которые можно было убить. За это получить. И эту тыкву можно было, по-моему, то ли надеть на голову,
То ли, а, нет, использовать, у тебя рядом с ником появлялась тыква такая, типа, ну. Ну, вот, ну просто мелочь вроде, а прикольно, все равно, по идее, мать. Ну это просто здорово, я помню, бегал в город пешком, или портал использовал, ругался страшно, но это меняет дело. А ну-ка, питомец вернется из города через 38 секунд. Да, вон мне и достижение сразу дали, ачивку. Неплохо. Я же думал, а зачем питомцу столько их слотов? Сейчас у меня габрики продвигаются. Я как бы здесь. Ага, да, понятно. Так. Блин, они какие сильные-то. Приносит 300 монет. Пет возвращается из города. Офигеть. А чё, неплохо. Не, если в город бегать не надо, тогда это еще лучше. Намного лучше. Ой, неизвестный амулет. Опять возвращаемся к разнообразию, но опять же, кстати, немного. Ну, иногда прикольно, так раз, как пробегался, но когда слишком много, то доедает. Ну вот в Диабло была проблема, что там, допустим, набил инвентарь, надо в город там телепортнуться. Да, телепорт уже либо. Не, ну, ну список да. В том, то, что. Ну, слушай, ты помнишь, что можно послать, да, этого питомца? Ну, я бы, например, не стал бы ее использовать постоянно, стабильно. А я бы стал. О, вон, криты шуруют, и мне хп-то восстанавливается. Ну все, это моя победа, ребята. Они даже, вон, не могут сбить мне лечение. Начинающий герой. Блин, сколько ачивок открыто. Офигеть. Ну и подземелья-то красивые. Все, все, хорошая игра, да? Хорошая, да, хорошо. А че, норм. Народ почему-то играется. Так, так, хоть. Ну, многие уж играли, в принципе. Вот, Torchlight. Игра-то старенькая. Еще я слышал, а, Torchlight, первая часть, по-моему, нет мультиплеера. В чем был минус большой, а во второй части прикрутили мультиплеер. Так, ну это самое то. Я, по-моему, в Torchlight с кем-то играл уже. По-моему, Нукик вот такой товарищ был. Почему был он? Сейчас есть. Ну вот, мы с ним побегали так немножко. Вот. Ну, а сейчас что-то мне как-то, да, повеселее стало. Чтобы быстро перекладывать или продавать шмот, зажми Shift плюс левую кнопку мыши. Понял, спасибо. Игра невзрачная, но когда начинаешь играть, то нереально затягивает. Вары плохого не посоветуют. Ну, согласен. Да, что-то в ней есть такое хорошее. Скорость. Я воздержусь от комментариев не потому, что игра плохая, а потому что как бы. Я вообще единственный. Все, все, победа. То есть, например, вот я лично, когда игру смотрел, как бы мне вообще пофигу на комментарии там на это. Я вот сторожусь, вот почему, когда спросили про пиратки. То есть я сказал, что я их использую как демки, то есть качаю там, да, смотрю, нравится или нет, если нравится, то уже потом купаю. Вот, ну, потому это что... разумно. Потому что, как сказать, не угадаешь, какая игра, то есть, да, там могут нахвалить, например, Call of Duty, у меня вообще, наверное, месяца, вот, перед ее выходом, месяца три прям, блин, возьми, возьми, купи, купи, прям, вот охренительная игра, вот прям вот по-любому, вот, ну, выходит Call of Duty Modern Warfare 3. Все знают, что это такое.
и какое у меня должно быть отношение к игре после того, как мне ее так вот прям дико нахваливали, а в итоге выходит вот такая вот игра. А выходит какашка. Вот, то есть, потом, ну, даже возьмем, ладно, хорошая игра, Бэтмен, например. Плохая игра? Ну, хорошая. Оценки высокие, все говорят, хорошая. Она не пошла, да? Она прикольная, да? Но в сотый раз прилетать на одно и то же место, зачищать снова от этих врагов, которые убивают с двух-трех выстрелов, и они все уже вооружены огнестрелом, а броня у меня прокачана уже на максимум, и это опять их выкрысячивать, там, выводивать, это, блин, ну не знаю, просто мне надоело. Вот. А прикол в том, что после того, как я комп установил, он мне пишет, нигде, все, я не могу установить его, он не идет. Типа, данный ключ используется на моем компьютере. Фига себе. Ну, жесть, да. Потом, кстати, вот с одним там друганом беседовал, который, кстати, к играм вообще отношения не имеет. Вот говорю, вот такая фигня, блин, задолбал. Ну, как раз, когда вот был еще на эмоции, просто об этом. Говорю, такая фигня, вот так и так надоело прям. Вот сидеть, вот присятничать постоянно там. Ну, это не такое слово, как говорю, сидеть там, как мышь, свисаешь там, как, блин, охочешься на всех. Говорит, Бэтмен слабак твой вообще, там с двух-трех пуль умирает. Вот, и вот друг говорит, типа, он не слабак, он крыса. Блин, вот это меня борет. Какая-то фиолетовая вещь выпала. А чё у тебя? Филот, она не особо борет. Ну, прям упорный бой такой, ну, конечно, в мою пользу. Ну, зелье выпить пришлось. Так, я нашел свиток у этого монстра. Я что-то как не смотрел, кстати, она не улавляется, но стал пусть маленький. Да, вот что активировано на другом компьютере, это что-то. А ты тот старый-то компьютер, он в сети остался? Не-не-не, он все уже. Ну как, я правда как, я тупо его форматирую, то есть я не делал деактивацию. То есть, например, у меня Crysis 2, я уже не могу в него играть, 5 активаций планирую. Ход парашют 10-го года, я тоже в него играть не могу. Причем как Crysis играть могу? Я могу скачать пиратку, запустить ее, в ней залогиниться и вставить тот ключ, он будет работать, я смогу играть. А вот именно активацию после установки игры не проходит. Ну это вот. Жесть. Anno 2070, такая фигня, тоже все. Комп обновил, все, извините, он игра использует на другом компьютере. Вот. Вот это, кстати, меня дико бесит. Ну, должен быть механизм, как деактивировать. Ну, может, он и есть, но это на старом компе. Не, ну, со мной вообще не играет, это точно, потому что там много споров на эту тему было, но я подумал, ладно, вот, не играю, да и наиграл я 65 часов, в принципе, ладно, нормально. Ну, все равно обидно, вроде как бы. Да, конечно, обидно. По игру как бы хочется, чтобы, кстати, вот Бэтмен мне за 14 часов надоел, почему дико надоел. Вот. Хочется в любой момент ее установить, ну, и поиграть. Да, да. Тем более, что из списка игр-то она не попадает. Не, ну я знаю прикол, то, что, например, вот с Electronic Arts, кстати, в этом плане легче работать, чем со Steam. Можно позвонить и сказать, вот так и так, у меня есть игра, но число активации кончилось. Спросить, что за фигня? Ну, комп обновил, хардзот там, чем-нибудь такой, винда полетела. Вот, ну, поэтому активация. А, ну, хорошо, и они тебе тупо дают новый ключ. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, например, если взять тот же самый Crysis 2, то, так сказать, прогресс на ключе весь пропадет. Ну, это уж дело 20-е. Ну, я бы не сказал. Ну, все-таки 0 или чтобы все было. Не, ну я, например, вообще в него не играю, тот там мультиплеер достаточно быстро надоел, потому что это тот же Call of Duty, тот танк. Третий, кстати, да. Ну это все-таки, наверное, не все игры такие. Некоторые, да, есть. Но их, мне кажется, меньшинство. Насчет Бэтмена не скажу. У меня есть Бэтмен тоже, но я его еще даже не устанавливал ни разу. Не, ну это на любителя просто. Я вот, например, не люблю я вот одно и то же прям действовать. То есть да, вроде враги становятся крепче, да, вроде там сюжет продвигается, да, ты там как бы, ну, что-то новое делаешь. Ну, по сути, я не знаю, ты большую часть времени просто вот он, сидишь потом. В тени.
просто сидишь в тени и просто как бы, ну, сидишь в тени. И выводишь народ. Портал на поверхность, так и знал, что он тут будет. А, вот там мышь. Это даже, видишь, вот ты сейчас играешь, вот, да, там, хоп, у тебя портал появился какой-то там. Не, хоп, ну это портал, к тому же заданию. Равно, там что-то хотя бы. А там просто сидишь на крыше. Там ну, и голову, по-моему, есть, не особо такие. Ну, что там, не упало. Кстати, он крутится вместе с тобой, да, ты ходишь, он за тобой поворачивается. Кто, питомец-то? Нет, этот, портал. Портал? А, ну, портал он просто в стационарной точке стоит, рядом с выполненным квестом, то есть, чтобы пешком назад не бежать. Не, ну я просто смотрю, и ты когда гуляешь, он за тобой поворачивается. Ну, кто? Крутится. Портал. Портал. Ну вот дупло у него вот это есть, но вот видишь, он как-то. Не, ну он так двигается, но это оптический эффект. А. Просто он, ну такой не статический на вид. Так, о, ваши успехи супер. Так, для питомца, похоже, жетон. 11 защита от огня, 14 к ледовому урону. Топор ран. А это что, наплечная броня? Восполняется 8 маны в секунду, 23 хп и 7 брони. О. Ну... А, ну жетон тогда возьму. Питомца. Опять к крабику, да? Ну да, а чё же. Для питомца всё-таки реже выпадают вещи. Так. Так, это питомцу. Вот, кстати, еще такой прикол, например, когда в РПГ играем, мы всегда было типа жлобно отдавать питомцу что-нибудь. Ну, не знаю, я все отдаю. Вот. Ну, поначалу, когда начинал, то потом. Ну, вообще, как сам питомец, мне больше нравилось чисто один там рулить. А потом вот. Наблатыкался, меня сейчас наоборот прикалывает, я где-нибудь в сторонке сижу, все в питомце заставляю, и питомец пускай сам все делает. Ну, кстати, у меня вот в этом, в ПВ есть друид, у него куча питомцев таких прикольных, очень здорово. Не, я в Лыске, например, летаю на прекрасном корабле, который под дрон заточен. Я тупо где-нибудь стою в уголочке, а у меня дрон всех есть. И одно тупо с аграми себя, потому что... Там еще эти есть, как бы, великие дроны, там, истребители. Это надо... Это, как бы, корабль-носитель, который может летать только в нулях, если ты прилетишь куда-нибудь. Так, куда? Бежит. Okay. Я отправил питомца подальше. Сейчас, гляди, зайди в этот подвал, там опять будут монстры. Хорошо. Золотой ключ. Найден. Ну, на смс-ка пришла. Ремонт компьютера, там бла-бла-бла. Блин, надоело. Так. У вас в городе не приходит такое? Насчет чего? Ну, просто рекламный. А, да полно приходит. Там и навязывают разные услуги, так прям... Мне нек... один раз даже это предложили, говорят, квартирно, услуги для тебя и твои любимые. Ну, там они что только не придумают. Ну, это все как больше на мошенничество похоже. Ну такси-то уж не будут мошенничать. Не, ну такси-то это... Такси так. Это хлеб. Там прикол в том, что когда звонок тебе приходит, там же не номер телефона написанный, а... Прям, как бы, ну, заказчик, грубо говоря, все равно с оператором тебе дал. Ну, да, денег. Кстати, насчет денег. Я тут смотрел. Оказывается, почему Батва 4 тормозит. Потому что AMD им бабла отсыпала, чтобы на NVIDIA она похуже, чем на... Ну, точнее, не то, что хуже, а чтобы... Короче, на оптимизацию для AMD. Ну, понятно. Вот. А NVIDIA, в свою очередь, отсыпала денег Ubisoft, чтобы на оптимизацию для, ну, для NVIDIA. Mm-hmm. То есть, короче, вот Watch Dogs там... Ну, понятно.
будет лучше работать на NVIDIA, а Model 3... Да уж 100 лет понятно, что если есть желание, они могут сделать игру оптимизированной. Вот возьмем Morrowind, там 600 мегабайт, а какой там остров, какие постройки, сколько текста, и все это на одном CD-диске помещается. А у них сейчас новые технологии, они там, допустим, грубо говоря, не могут на мощнейшее железо сделать там, чтобы ничего не тормозило. Да это сказки просто. Ну, там, смотри, в чем прикол. Во-первых, например, тот же самый, вот взять Battle 3 и 4, да? Вот визуально разница почти никакая. А, блин, одно только то, что ветер движок прорисовывает, это уже нагрузка, блин, такая нормальная. Плюс, смотри, Ubisoft не смогли волны оптимизировать, чтобы в мультиплеере волны у всех были одинаковые. В батле смогли. То есть, видимо, ну, кто захотел, тот и сделал, как говорится. Ну да, вот. И я о том. Что если захотеть, то можно все сделать. Сейчас, в принципе, технологии не особо ограничивают. Ну, сейчас железо такое, там железо, оно в космос улетело. Причем, если в батле то же самое... Мало того, считай, движок прикрутили там, что он даже ветер продумывает, не только ветер, а вообще как объекты на него реагируют. Так еще и графон там нехилый, а то обычно там говорят, ну вот, вроде у нас там не хватает там мощностей. Ну да. Кстати, насчет этого еще прикол в том, что, например, Assassin's Creed на плойку третью тоже делали, да, ведь, по-моему? Поэтому, может, у них не получилось вот именно волны сделать, там плойк тупо не тянул. Может быть, поэтому. Ну, так, и я, блин, пошел куда-то. А я ушел от темы, мы вставили победу. Ты меня останавливаешь, и че я могу много. Так, портал. Ага, эстерийский анклав, храмовые степи. Ну-ка, слетаю в город. Нет ли тут чего-нибудь для меня? Может, в торговле там? Ну вот эти топоры, похоже, для берсеркера топоры. А там, кстати, написано где-нибудь? Ну, тут вроде как некоторое оружие можно брать, а некоторые нельзя. Так, надо в сундук, наверное, вот тут я нашел классные предметы. Ой. А тут у меня уже целая куча в сундуке. Нет, откуда спрашивается, да? Я же уже играл. Ну, там другими героями. Может, что-нибудь хорошее найдется. 2 от льда, 6 от огня. Ничего хорошего, так. Может, шапка? Не, шапка ни о чем. Ну вот бронька нормально. Кастеты офигенные. Во. Они лежат как раз в такой случай, да. Да. Вот тоже хороший. А вот камень можно ли, допустим, как-то вынуть из. Наверное, нельзя. Так, 32, 69 секунду. Он, кстати, бьет поочередно, то есть левую кнопку нажимаешь, а он бьет левую рукой, правую рукой, да, поочередно. Они, ну, вот поочередно. Получается, левые, что поочередно. Не, просто некоторых там левые-левые, правые-правые, вот так получается. То есть левая мышка, левая кнопка, левая рука, правая кнопка. Нет. Тут он просто поочередно лупит. Кстати, вот помню, по-моему, вот в этом в Ерехо, не то, что я называется. Лифт Бекер, что-то такое-то. Ого, там наоборот было, там левая кнопка мыши правая оружие, правая кнопка мыши левая оружие. Ну вот, допустим, я в одну руку коготь взял, а в другую кастет, и все прорисовано. Ну, хороший. Я бы сказал, что это кастет, это больше росомах. Ну это когти. А че не оставишь? Ну, потому что там 6% крита на этом когте, а за каждый крит у меня восстанавливается 5% хп, то есть я могу регениться. Не оставишь, в смысле на себе не оставишь, ты вроде возьмешь какой-то, но я могу еще так попал, то... Ага, о, нет, что нашел.
кольца. На крит еще, да? Не, ну на крит, надо мне на крит собираться так-то. Счастливая монетка, броня, 1% к золоту, нифига себе. Это вместо чего бы мне можно поставить? Вместо кольца он как-то. А, нет, эту монету можно встроить, там, в шапку, допустим. Ну ладно, это тогда оставим на потом. Тут кольца еще лучше я нашел. Этим не то. Так, а это кольцо 15 маны. Ну ладно. Щит какой-то. Мне вот интересно, можно ли разломать, допустим, предмет, а оттуда камень взять. Отвар говорит, как же у меня правая кнопка огонь, магия, левая дважды. Нет, ну вот смотри. Нет, я вот имел в виду, в смысле как? Левая кнопка мыши отвечает за левую руку, правая кнопка мыши отвечает за правую руку. Нет. То есть, соответственно, если у тебя два кастета, то левой кнопкой ты бьешь левой рукой, правой кнопкой ты бьешь правой рукой. А не то, что там левая кнопка, там, грубо говоря, основное действие, правая дополнительное. То есть я нет, имел в виду. У питомца. У питомца там ничего. Ну да, неплохо так. Получается реиграбельность высокая. За счет тут генерации. Да. И ну, разных насчет, классов. Насчет реиграбельности, кстати, вот. Я не знаю вообще, почему. У меня мало игр, которые тянул переиграть. То есть, вот на данный момент, например, я хочу Ведьмака переиграть только потому, что я хочу пройти вот так, как, ну, как мне хочется. Потому что я узнаю, как в вариации это. И то я его не могу поселить, ну, как, блин, не знаю, я ушел, прошел. Уже неохота, да? Ну да, ну хочется, потому что третий Ведьмак-то выйдет там же... Не скоро. Сохранялки-то будут как бы влиять на что-то, на состояние мира, скажем так. Вот, и вот мне хочется перепройти так, как я хочу. Потому что, например, я понял, что за эльф, нафиг, надо было не за эльф, а за с этим... Чувак, ну вот инквизиция там что ли у них или что-то это такое. Инквизиция это Dragon Age. Ну там вот как это, ну королевская какая-то стража что ли. А, ну да, синие полоски. Вот это ну, очень понятно. Так, тем временем. Ну нормально, нормально, я втягиваюсь прям. Хотя насчет реиграбельности, кстати, вот я GTA 4 прошел вот со всеми вариациями, там три концовки. Во всяком случае, я три нашел. То есть казалось, да, вроде GTA. Нет, сразу. Вы нашли лощину черепов. Кого? А лощину? Газ лощину. Может тут телепорт какой-то есть? Или тоже что-нибудь поместить. Вот здесь. Скелеты. Каменная дверь. О. Ой, сколько вас тут. Норм. Фарм. Да. Когда они не особо. Вон у него огненные кулаки появились. Ладно, пойду по квестам. Эх, сколько же вас тут. За тобой это тут не стоит. Ой-ой. Кузлон какой-то меня тут ошпарил. Козлон? Да. Не, ну я его тоже одолел. Блин, задержка вроде небольшая, а все равно конкретно. Ну, задержка буквально там, не знаю, пару секунд. Ну да, она и должна быть. Тайное рыбное место. Осталось попыток 3. Ну, тоже здорово. Поймать что-то там можно? Может там что поймать можно? С этого берега поймаешь? Не, надо туда забежать. Впрочем, туда забегать надо найти, как туда забежать. Да. Ну вот, по мосту. Сколько вас тут.
Ой, блин, они совсем оборзели. Такие рустаки. Что-то и криты мои не проходят. Так, кстати, ну вот, прошел. И критучку куда-то. Фу, одолел. Вы это бутылочку жахнул, или это у тебя крит прошел? Это я бутылочку жахнул. А он это, смотри, светится в форме. Ну это у него ярость. Хотя... Это ярость. На воде там эти чашечки. Ага, сейчас. Залечу туда. Вот прям вот. Ну вообще воду надо обыскать. Там было тайное рыбное место. Это прошло. Ну, может они просто на самом деле светятся, может такое. Кто светится? Быстро бегает. Ну вот эти, как они, кувшинки вот на воде. Угу. Это там вон светится, это тайное место. Нет, не идея, есть там в самом начале повыше был. Ну обратно пойдешь, тогда. Оп, мимо. Ничего не поймал. Опа, вот поймал. Большая шорная акула. Это не шикарная. А, ну-ка, это кто? Большая рыба-паук. Как кошерная. Большая кошерная акула. Неизвестные сапоги. Чё-то я там набил уже целую кучу. Так, 6, 2, сапоги. Перед использованием предмет необходимо распознать. Автоматически распознан будет на 8-м левеле. Это ну ладно, а как узнать-то? Шестой. Там прям вот. Да, вон уровень 6. Ну почти 7. Урна. Ну ничего, так весело. О, крит. Еще тайное место. Да, ну-ка. Так. Медный кастет найден. А, внутри. Медный. Я один раз эту вот поймал. Не улитку, а как она? Ну вот с раковиной-то. Такая, как устрица. И закинул удочку. У нас, наверное, мы с дедом ездили. Там, наверное, так. Часа 3-4 ничего не ловилось. Ну, я закинул в последний раз. Раз как дернуло. Я на себе тащу. Думаю, ну рыба поперла. А там на конце, короче, вот эта ракушка схватила и все. И главное, какая здоровая. А ты начал рассказывать? Я думал, тут пригрозка. Нет, я про рыбалку. Я понял. Ты бы сначала сказал, что тут рыбалку, ну, как бы. Тут, а не там. Давай, начал. Я один раз ракушку поймал тут. Ага, перчатку с лезвиями, ух ты. Лоск какой-нибудь, думаю. На кучу всего выбился. Я на рыбалку раньше ходил в детстве, а сейчас такой. А мне рыбу жалко. Я сам, когда играл, любил рыбу, и там тоже сами ботинки к ним попадаются, и еще какие-нибудь. Наконец-то додумались, кстати, все-таки рюкзак надо. Мамула свою собрать какую-нибудь. Так, я все на крит собираюсь. О, шапка какая-то. Нет, плохая. Что там у меня вот с шансом крита, интересно. О, кстати, 14. Вот шапки прям на магию, ну из магии похоже. Ну да. Эх, когти тоже вон красным горят. Красиво смотрится. А, ну ты зачарованный? Ну там у них особый эффект на них. Зачем, кстати, не спадает со временем? Нет. Блин, а что это у них тут за молельня? Ты ломает молельню, она вроде ломает. Да, кажется, да. Блин.
А что-то она не хочет, не могу атаковать. Не, просто я первый раз убанул, она вроде это. А, вот, вышел босс из нее. Может, сейчас я его грохну. И... Такая спокойно сказала, ща я его. Ща я разберу. Может, сейчас сломается. Да, вот он. Погасло. Поломает. Да. То есть надо было босса успокоить. В общем, это такая оригинальная замена, вместо того, чтобы они спаунили, они успокоили. Ну да, да. Неплохо. Нужен уровень 10. Палач. Ярость помогает наносить урон оружием в обеих руках одновременно. В случае успешной атаки с двух рук скорость повышения уровня заряда ненадолго увеличивается. 2% к шансу казнить цель, 6% скорость увеличения заряда в течение 2 секунд. Пассивка. Там ничего не появилось. Так, а это что такое? Вой, вы яростно воете, вселяя ужас. Они замедляются, становятся уязвимее. А, ну это дебаф, норм. Вообще мне нравятся такие вот скиллы, которые там что-нибудь набрать начинают или еще что-нибудь. Ну. Да-да-да, ну тут в полный рост. Причем мне, ну, как бы, не важно, что он наносит, там просто пугает, там или урон дает, мне не гон, что пожалуйста. Особенно если это женский персонаж. Я вот сейчас как раз все сейчас сделаю, как надо. Так, рыба. Какая-то. А ладно, я вот так вот даже сделаю. А ну-ка. Во, норм. Дебаф. Right. Блин, поставь мне значение этого слова, пожалуйста. Дебаф? Ну это вроде как снятие положительных состояний с противников и ухудшение их самочувствия. Я вот крит все хочу. Крит и дамаг. Тут сразу видно, что это ММО не просто игра, а с людьми там вообще. У меня почему-то не знаю, мне с людьми там вообще не идет. Ну, у меня тоже, в общем-то, не больно идет. У меня ну, микрофон-то блин. Появился вот только недавно. Ну, я, правда, письменно общался много, вот именно в виде надписей там. То есть... Ну, вот я говорю, это вот эти все термины, знаешь, я вот тут не играл, я вот не знаю термины. Я как там написано, так и называю. Так, ага, вот какая-то призрачная лодка причалила. И чё? Я всего лишь дух и не желаю тебе зла. При жизни меня предали и погубили товарищи, которым я всецело доверял. Теперь я заперт здесь и уже много лет не могу найти покоя, ибо смерть моя так и осталась неотомщенной. Но я погиб больше века назад, и сейчас те, кто меня предал, сами уже мертвы. Иди через портал в их тайное убежище, пещеру трофеев, отыщи там капитана Вилли и докажи ему, что правосудие никому не избежать. Мне дадут пистолет, штанишки. Ух, хорошие какие. Или вот это вот. Хорошие бирка. Даже штанишки или бирка. Все хорошее. А, и вот меня открыли портал, короче, тут. И в пещеру трофеев. То есть призрак встретился. Неплохо. Значит, призрак, анекдот вспомнил. Женщина идет домой. Надо через кладбище пройти. Ну, страшно, ночь на дворе там. Смотрит, мужчина тоже идет там. Вот вроде мужчина, не проводите через кладбище, как? Типа, ну пойдем. Тут разговаривает, он там на пути всякий рассказывает, ну, ой, вы такой забавный. Вот, мужчина чекает, ой, видел бы ты меня при жизни. Прикольно. Ну, вот, тема про призрак, типа, вот там я призрак, там, молоко. Мне рассказал, конечно, не так, как по идее, там, может, я уже не помню, потому что, в общем, когда мне рассказывали, не забавно, что было. Ну, блин, для меня сегодня уже плохой рассказ. Блин, какие сильные монстры.
Ну, думаю, я смог бы их затащить даже на более высокой сложности. Это уже 40 минут, как 24 часа прошло. Как ты не спишь, да? Так, как я проснулся, вчера на работу. Ну, капец. А самый прикол, ну, как бы состояние такое сонное, но, блин, глаза вот как спички вставлены, вот, ложишься вроде, засыпаешь, ну, точнее, типа как, начинаешь засыпать, но на самом деле ни хрена не получается. Вот ё-моё, бывает же такое. То есть, я могу так час-два, ну, точнее, поначалу, когда вот это только началось, так час-два лежишь, ну, пытаешься, ну, сейчас я его знаю, бесполезно. Так, я когда только начал играть в ММО, ничего не понимал, слов загильдицев, а сейчас пополнил свой лексикон терминами. Ну, вата? Да-да-да. Знаешь, как я потому и не читаю. Ну, там 5 комментов. Суть в том, то, что я, например, сколько в ММО не играл, я так ни в одну гильдию не купил. Вот. Не знаю почему. Почему-то я, кто в ММО играет какой-нибудь мультиплеерный, что в одиночке, я всегда почему-то так, не знаю. Хочется вроде с кем-то там болтать, там поиграть, но не заладилось. Хм. Ну, Варвар, он тоже такой большой любитель игр. Как уж он сказал, Shift надо нажимать. Ну-ка, сейчас попробуем. Shift, LKK. Ага. Оп, класс. Вообще волшебно. Кстати, судя по плюсикам, которые ты поставил, я не все комментарии обновил, там еще долго он будет. Ага, ну я еще потом поставлю. По плюсикам он отслеживает, был тут или нет. А, нет, все, это я не обновил, все там нормально. Так, скорости атаки. Ладно, отправляем. Эх, надолго убежал. Эх, я не все ему отдал, ну ладно. И, кстати, вот ММО даже, я больше предпочитаю ПВЕ, чем ПВП. Ну, возможно, я тоже, то есть... Не знаю, почему, вот, ну, даже если нагибаешь, почему именно в ММО, мне это вот, ну, как бы удовольствие вообще не доставляет. Вот. Во-первых, потому что, ну, в большинстве своем тебя нагибают, потому что все-таки вот стандартный ММО, вот обычно, там реально важную роль играет выбор. Вот. Чуть даже если персонаж там при таком же шмоте, но левел он выше, все, всех она. Ой-ой-ой, меня зажали. В принципе, как и везде, это совсем плохо. Ну, в PvP надо настрой особый. У меня есть несколько, даже не несколько, а один всё персонаж для PvP. В ПВ. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну, как бы дело не только в этом, да, нормально. Убежал от одного, убежал от другим. Да блин, они меня... Блин, а какие они трудные. Не, наверное, сложность я нормальную взял. Годную для себя. Суть в том, то, что как бы мало настроено, он еще как, ну, не знаю, блин, давно какое-то удовлетворение, что ли, будет, когда там побеждаешь, а вот. Ну, в общем, да. Что я там по улице погулял, что кого-то замочил, у меня потому что мне вот, например, приносит удовлетворение, когда я побеждаю либо более сильного противника, либо такого же, как я. Когда я побеждаю какого-нибудь бота, ну, там, зеленого, ну, нет. Я не вижу того, я даже времени стал на это. А некоторые нравятся, некоторые там, ну, да. Ну чтобы так месяц, чтобы, я не знаю, там свои эры, чтобы перебить, и еще что-то, ну. Не знаю. А, вообще-то у меня в ПВЕ не один все-таки персонаж для ПВП, а как минимум два. У меня друид там неплохой, и этот ассасин, ну ассасин это. Создан для ПВП. В это все надо еще вникать, как ну, да. Не, ну, я в основном играю, чтобы время провести, ну, потратить. Особенно вот когда бессонница наступает, да? Считай, ты сидишь, и ты и на работе все успеешь, и по дому все успеешь, и погулять успеешь, и сходить куда-нибудь успеешь. А еще кучу времени у тебя остается. И просто, ну,
когда вот уже годами, ты, блядь, уже просто все уже переделываешь, уже просто не знаешь, чем заняться, и вот, идешь, идешь, в игре играть. Вот. Ну, может, конечно, вариант как спиться, но что-то я лучше в игры поиграть. Ну, так оно и есть. У меня вон товарищ, ну, ровесники мы с ним. В принципе, все взрослые мужики, грубо говоря. Подходит ко мне, говорит, а у тебя нету там каких-нибудь компьютерных игр там? Я говорю, ну, есть. Но, ну, принеси мне, что ли, несколько, а то, говорит, что-то надоело, что-то скучно. Ну да, то есть, как бы, вариант, на самом деле, немного, чем заняться. Блин, бежит этот гараж. Особенно, если нет гаража какого-нибудь или чего-нибудь такого, то вариант с чем... Ты сидел в нем, да? Да. Не, ну, считай, даже когда гараж есть, банально там, я не знаю, ну, помимо гаража, конечно, еще инструменты и то, что ковырять. Ну, вот, все равно как-то уже что-то, а когда нет, то... Сидеть дома, телек смотреть, я не знаю, чё, ты можешь назвать по телеку хоть что-нибудь нормальное? Да какой телек, я его не смотрю лет 10, вот, наверное. Почему ты его не смотришь? Потому, ну что потому что он скучный. Там скучный, там, я не знаю, вот этот там... Ну да, какой там ум нужен, чтобы смотреть вот его там и радоваться, это вообще... Я тил там включаю, но там бывает что-нибудь по сетям как-нибудь приколюхи, там, вот, ну типа это, как его... типа документальные фильмы. Ну там документалки не особо много, но все равно. Уж получше дома 2 или пусть говорят. Дома 2, кстати, кончится, когда все сдохло. Угу. И то вряд ли, кстати, там, наверное, уже все видят. Эх, а блин, жизни я смотрю, чё же, они у меня просто так, что ли, прибавляются? Какие? Таблички там, вон ты. Да, ну-ка. Уменьшение урона. Так. Я думал, может тут есть что-нибудь, чтобы повышалось здоровье. Повышает уровень здоровья, ОЗ. Ну-ка, все-таки здоровья что-то не хватает. А концентрация что дает? Очки маны. И шанс на казнь, атаку обеими руками. О. Казнь, это, наверное, все-таки не критика, да? Фаталити, блин. Бабалити. Ну, он же не может оставить ребенка. Не видел прикол? А? Не видел прикол там? Ну, и сделали, типа, короткометражку, там двое сражаются, один другого побеждает и делает бабалити. Но он же не может уйти и ребенка оставить, и домой приносит, там, у него жена, типа, да ты задолбал уже, там, их там, твои таборы, табун этих детей. Так, так. Сила, здоровье. Фух. Глаз какой-то нашел, 3 физической брони. Так. Угу. Так, 3-3. О, наверное, вот это лучше. Тут прям, да, можно. Есть в чем покопаться. Так снова. Угадай, кто написал. Про что? Ну, вообще, комментарий кто оставил. Ну, варвар. Ну, правильно. У меня в Dragon S своя гильдия. Ну, вот, пока на это остановлюсь. Нет, я дальше там прочту, пока на это поговорит. Свою гильдию, например, вот... Ну, в той самой ивке, например, я создал карпу тупо, чтобы поставить пост. Потому что корпорации людей... Ну, только корпорации людей можно находясь поставить пост. Вот, как бы... А гильдия, ну вообще вот как бы, ну корпорация та же самая гильдия, так. Вот. Почему не вступал, например, в гильдии где-то там, или вот там вот, в той самой в карпу не вступал. Мне всегда что-то не нравится. Кто там руководитель какой-нибудь, не знаю. Там, ни например, о чем. Нет, не то, что ни о чем, а там. Корпорация шахтеров, лидер шел нахуй. Ник у него такой. А, фига себе. Ну я. Ну че это вот. Шоу, имя там,
Дальше фамилия. Ну понятно. Значит, ну его это? Забанить бы надо по-хорошему за такое. Потом дальше там. Вот, ну, у нас корпорация такая, вроде там не обязаловка, вроде там. Ну, а что такое не обязаловка? Все члены корпорации кто где, занимаются чем хотят, и, ну, по сути, как бы, ну, толку от такой корпорации. Я и один знаю, что хочу делать. Мне какая нафиг меня знает корпорация. То есть организовки вообще никакой. Нужно, в моем понимании, если хочешь создать корпорацию, нужно именно грамотно ее организовать. Вот. Если ты не можешь грамотно ее организовать, нехрен тебе даже соваться в создание. Ну, я тоже так считаю. Вот. Ну, я как бы Варра не хочу обидеть, что там вот ты создал гильдию там в игре не шерсть. Я как бы, ну, не знаю, что он там как бы, за гильдию. Не, ну, он нормально как... играет вроде. Я заходил вот. Там. Ну, я просто вот к тему, ну, вот, просто в тему, скажем так. Вот. Но сейчас мало стал уделять онлайн-играм. Опять, видишь, ты создал гильдию и стал мало уделять. По сути, ты ее... Ну, если не бросил, то перестал поддерживать, как минимум. Это уже влияет на внутренние отношения людей между собой. Они там в итоге, ты можешь в один прекрасный момент зайти, и они там тупо все уже передрались, и все поубегали, потому что... Ну, это да, это может произойти. Скорее всего, даже это произойдет. Да. Вот. Ну, не факт, кстати. Смотри, какой у него зам. И как часто он переделяет. Вот. Потом... Ну, только на обнову заходит, ну тоже это вот прямо, потому что меньше. Сейчас много народу играет в танки, скоро в самолетики выйдут, а как ваше отношение к этим играм? Ну, не очень хорошо, они фри-ту-плейные, а поэтому меня лично вот они не очень прельщают. Ну, насчет фри-ту-плейки, если там есть премиум, по-моему, если его будут покупать, то получится как просто подписка и... Ну да, да, согласен. Ну вот танки как-то, мне понравилось вот то, что это там вот музон такой был, не знаю как сейчас, раньше там музон такой, ну типа боевой, ну и танки стреляют действительно так бух-бух-бух, ну поиграл где-то дня 4 и забил что-то. Да, я в танки поиграл, не знаю, буквально раунду 5, наверное, ну что-то мне не хватило, я не знаю. Блин, я люблю либо крысить, либо в раш идти, то есть, ну, а в танках надо пол раунда просидеть, прождать, пока все, ну, кто-то пойдет рашить, если никто не идет рашить, все-таки уже как-то прибиваться там на время. Одноглазый вот. Или... И прятаться постоянно, там, выстрелил, спрятался, не знаю, я вот в батл зайду на танке кататься, я особенно сейчас там БТРки, там в третьей, я не помню, можно было так делать, а в четвертой можно тупо в БТРку разогнаться и нахрен ее выкинуть, скажем, куда-нибудь. Потом самолетики. Я играл в War Thunder. Мне что не понравилось, то что, ну, точнее, вот World of Plans, насколько мне известно, там есть полоска ХП, и тебе нужно эту полоску ХП снести, без разницы, куда ты стреляешь. Там, по-моему, от силы зависит, только если ты, допустим, стреляешь в кабину, то полоску чуть-чуть будет сносить. И то не факт, я точно не знаю насчет этой схемы. А в War Thunder я стреляю в кого-нибудь, я раз обойму выпущу, два, причем у меня крестик появляется, что я попадаю. Два обойма, три обойма, четыре обойма, причем в такой же самолете, как и у меня. А меня там убили. Ну, то значит, крыло. Навесили нет. Какой-то. Не-не-не, там прикол в чем? То мне в крыло попадут, у меня крыло отвалится, то пилоты застрелят, то есть сверху зайдут сразу пилотом. То там, я не знаю, ну куда-нибудь в такие места попадают. Я вот не могу в эти места попадать, то есть я не настолько метко стреляю. Я могу там с самолетом, ну, примерно попадать, а вот именно в какое-то место у меня не получается. Вот, и ну, в танках поэтому... там тоже самое, по-моему. Там надо куда-то да, попадать. Там надо именно куда-то попадать. Ну, в танках все-таки попроще, чем на самолетах. Самолеты все-таки они летают довольно, ну, активнее, чем быстро. Там. Вот. И... Вот World of Plant я хотел попробовать, но релиз перенесли, если мне не изменяет память, релиз как раз сегодня. Вот. И а мне подарили в Steam там самолет какой-то. К Warplansам. Нет, а, кстати, еще World of War. Ой, этот War Thunder, почему я еще начал играть? Я ноутбук купил, и там, короче, надо было сфоткаться с ноутбуком, там все дела отправить на вот, сайт MSI, и тебе в War Thunder дали самолетик, там месяц премиума и голды еще там. Ну да. Вот, и то я зашел, поиграл немного. Вот, меня, ну просто, блин, я не знаю, там мучаешься, пытаешься, да, там, а потом там кто-нибудь сдох. Ну блин. Ну, тут надо точить скилл.
Ну, Torchlight хорошая, хорошая игра. Так, кажется, я одолел. Так, ну вот питомца. К физическому урону. Хотя, может, лучше штаны. Не, оба вот, штаны. Пар своему комменту коммент оставил. Я каждый день захожу, чтобы срачи не было, но не играю. Нет. Если только кому что помочь, я просто задрот. Ну, задрот — это понятие растяжимое. Дальше разобью эту тему. Да, да. А у меня больше взрослых людей играет. Вот, кстати, насчет их, там подавляющее большинство взрослых людей играет. Кто работает и не часто онлайн. Просто я был в разных дни и многое не устраивал, поэтому сделал свое. Вот это краеугольный камень такой, то, что многое не устраивал, создал свое. Другим людям, пришедшим в твою гильдию, многое не будет устраивать в твоей гильдии. То есть вот в чем прикол. Идеальных гильдий, по сути, нету. И даже вот, например, я как когда был, ну, когда играл сам, я играл на РП-серверах, и там были фракции, ну там. Вот. И я был лидером фракции репортеров. Кстати, прикол в том, что в первой фракции, в которой меня приняли, были репортеры, вторая фракция, в которой меня приняли, были байкеры, и третья фракция, в которой меня приняли, были нучи. Вот. И первой фракции, в которой я стал лидером, стали репортеры, вторая фракция, в которой я стал лидером, были байкеры, третья были нучи. Ну, то есть прям так совпало. И как лидер, как бы, я могу сказать то, что как бы сильно, вот я во всяком случае не старался, как бы сильно я не пытался как-то там с людьми там, ну, уладить какие-то вопросы, все равно фракции такой, какой я хочу, я никогда не была. Она была хорошей, ко мне стремились люди, там, ну, все у нас хорошо получалось, но она не была до конца такой, какой хочу я. То есть даже, ну, как бы, как он говорит, много не устраивал, создал свое. Даже при наличии лидерства, вот, я вот не смог организовать фракцию так, как вот, мне нужно. Ну, я вот нашел для себя все-таки тоже такой вариант. Ну, у меня как-то всегда получалось, что лидером я никогда не стремился быть, и я больше попадал в какие-то офицеры, то есть там майора, там командир. Нет, там этого. Прикол в чем? Мне, например, просто предложили. Ну ладно, ну человек не был, говорит, ну ладно, пойду попробую. Пошел, ну блин, человек так нету и нету. Потом, ну как бы уже серьезные фракции стали давать. Вот, суть в том, то, что почему вот у меня как бы, ну, не была фракция не такую, какую хочу я. Не потому что там я плохой лидер, а потому что люди все разные, как бы их не подберешь один к одному, как говорится. И получалось, что этот человек хорош для этого, этот для этого, этот для этого, этот для этого. Ну, да. А мне хотелось бы более-менее универсально, чтобы мы все могли собраться и пойти все на одно дело. Но как бы получалось так, что в одном деле один хорош, в другом деле другой хорош. И в итоге все дела у нас получались, но не так хорошо, как хотелось бы. Вот, то есть, ну, опять же, это к тому, что я перфекционист. Поэтому тебе надо все, чтобы идеально. Да, чтобы прям вот. То есть все хорошо было. Все было зашибись. Но не так. Ну, в принципе, понятно. Ну, я вот как-то, ну, в любой игре, ну не то что в любой, вот в ПВ, если играю так постоянно, то в конце концов все равно как-то я развиваюсь там нормально, и в итоге подхожу либо командира какого-то звена, то есть, ну, в лидеры я просто не рвусь, мне, наверное, это неинтересно, что ли. Ну, это же надо постоянно там сидеть, все контролировать, там всем раздавать указания, потому что, ну, да, как-то это. А если ты это не сделаешь, то там тебя не будут там никто не ставить. Там. Ну, во-первых, не то, что тебя никто, а твою фракцию никто ставить не может. Да. Как бы внутри ты. Внутри там разборки, это в любой момент можно там, как обычно получается. Разборки получаются из одного говнюка, которого ничего не устраивает, и он вообще там. Ну, он, в общем, мутит он воду. Он самый умный, а ты дурак, короче. Это как прикол, типа, как жаль, что все, кто действительно знает, как управлять страной, уже давно работают дворниками и парикмахерами. Вот. Ну, да. Вот там такая же история.
Вот. И чаще всего ты так, ну, его просто можно выкинуть. А вот когда твою фракцию с внешних сторон никто не уважает, грубо говоря. То есть, ну там, ну че. Вот, это вот уже не серьезно, это как бы. Ну, не твое, значит, это. Ну вот. Да. Мне вот, например, лидерам не особо нравится, я никогда не стремился, но так получилось, что вот Сампи вот был и. Ну, вроде получалось, никто не жаловался, но все равно слишком большая ответственность. Не в том плане ответственность, что вот, надо там ответить за эти поступки, за то, а то, что все-таки, если ты лидер, ты хочешь быть лидером, ну, как бы... Одолевать. Чтобы тебя считали лидером, чтобы не просто там был для галочки, ты лидер, да? А чтобы именно вот... Ну, опять же, может, это мой перфекционизм, как бы, ну... Не знаю, по мне лидер, во-первых, должен быть примером для всего клана, для всей фракции. Ну, как говорится, да, если предъявляешь требования, то самому надо соответствовать им там на 120%. Вот, есть а при том, что я как бы предъявляю обычно нехилые такие требования, то прикинь, сколько я себя требую, получается. Ну, вот, да. И как бы от этого не легче. То есть, опять же, там еще прикол в том, что если ты себя требуешь, это нужно выполнять. А если ты выполнять это не будешь, то и другие понять не будут. А если, ну, как бы, другие ну, опять выполнять как бы это, да. Все это опять разваливается. Вот, поэтому... Ну, это требует кучу времени, в общем. Ну, даже не времени, это даже буквально вот там, как вот он говорит, просто заходит каждый день просто проверить, даже действительно, если вот он хороший лидер, даже просто зайти на 15 минут, там, проверить, как дела, это действительно может занять немного времени, но очень много как бы ума, потому что не, ну, банально. Там же это, там Dragon Nest, там, собственно, никто ничего не делит, PvP там только на арене, так что там уважение такое, оно это. Оно такое, ну как. Там не надо вот каждый день меситься, там, убивая всех, и тогда только. Не, ну я к тому то, что даже вот если ты заходишь там 15 минут в игру, разведать его дела, да? Если там скажут что-то не так, ты уже из игры вышел, но все равно ты задумываешься над этим вроде, а что там, как лучше развалить эту ситуацию, и уже потом, да ты не заходишь, уже разгрузишься. Вот. Но во всяком случае я так делал. То есть если я узнаю что-то, что что-то не так, то как бы обдумываю это вне игровое время, потому что пока играешь и думаешь, это не очень хорошо получалось. Так, если люди играют, я помогаю, даже делал призы за АП уровень и так далее. Когда я начинаю серьезно играть, то у меня включается скилл за дрот. Вот сейчас ну, да, вот, да. Меня заинтересовал ПВ. О, ПВ! ПВ, ПВ это... Ну, ПВ я бы поиграл, потому что мне там нравится этот не, образ. Ну знаете, да. Если вы соберете ПВ, то я могу вам тоже, в принципе, так сказать, помочь. Ну, ну как, чисто собираемся? Советами. Нет, там, чисто советами не надо. Ребят, будешь бегать могу... с нами. Будешь с нами бегать. Там надо бегать часами, если честно. Вот будешь часами с нами бегать. Ну, там просто жесть. Это там надо просто часы на самом деле. Вот. Опять же, тем мне понравилось именно их. Там нужны дни. Но тебе не обязательно в онлайне. Ну, это в ПВ это вот именно носит такой характер задротства. Ой. Кстати, насчет задротства еще есть как бы разная степень, скажем так, которая отлично я различается. Я убил портального зверя и меня кинул в портал. Первый задрот, который хорошо как бы задротить в одну комбинацию, например, для ПВЕ, для ПВП, допустим. И вот он всех убивает исключительно этой комбинацией. То есть дальше он ноль. Он не знает никак. Там что-то, ну то есть это, ну не обязательно, да, может какой-то рейд хорошо знает или еще что-то, это одно задротство. Второе задротство, это временное, когда ты очень много сидишь и задротишь именно в одну игру. Прям вот задротишь, один и тот же уровень, это тоже задротство. Когда ты играешь в одну и ту же игру, но при этом занимаешься всегда разом, то есть как-то продвигаешься. Вот, вот такой момент я уже задротством не считаю, потому что по сути человек занимается разным. Делами, то есть он пускай что одна игра, но дела разные, вот. И опять же каждый свое свободное время ну, тратит как хочет. Другое дело, если он, например, там школу прогуливает ради этого или там с работы отпрашивается ради этого, вот это уже задрот. Ну да. Вот.
Ну, задротство еще, точнее, даже не задротство, это вот как умение играть. То есть, например, вот, ну, например, РПГ не могу сказать, допустим, вот возьмем Counter-Strike, да? Если человек хорошо стреляет, я не считаю, что он хорошо играет. То есть, допустим, он идет тупо враг, да, ему надо точку охранять, а он идет враг. Он хорошо стреляет, но один хрен там на него толпа убегает, он там двоих не убьет, но он умирает. А если бы он хорошо стрелял и хорошо играл, он бы один всех пятерых положил. Тупо сидя за какой-нибудь там бочкой или камень. Вот это разные вещи абсолютно. То вот хорошо играть и хорошо задротить, вот именно, допустим, задротить вот одну комбинацию для PvP, вот именно вот этим персонажем, именно вот при этом фите. Вот, а дальше ноль. Ну или там несколько комбинаций таких там, допустим, одного для мага, одного для еще кого-нибудь. Вот, это все равно не то. Если человек хорош, он должен быть хорош во всем. Ну, в общем, вот я вам просто сразу скажу, что в ПВЕ надо сидеть много или донатить, или же тогда просто там, ну, больше делать нечего. Скажу одну приколюху. У меня девчонка есть знакомая, которая привела меня туда. Она до 95-го левела вкачивалась буквально за пару месяцев. Ну, значит, это донат, гиперкамни. Без доната. Ну, надо же. Не знаю. Как же я у нее спросил, как она так. Она говорит, я уже знаю, куда надо ходить, когда надо ходить. Вот. И просто приходил, там, ну, эти ивенты выполняешь, и все. Буквально за пару месяцев. Ну, правда, я не знаю, сколько она времени на это тратила, но учитывая, что она учится, и учится она хорошо и отлично, то я не думаю, что она там прям. ПВ. Ну, погодите, я сейчас посмотрю в ПВ, какие там новости вообще. Да, там может новый сервер. Нет, там обычно вот хорошо заходить в игру, когда новый сервер. Но сейчас они, видно, поняли, что серверов и так уже они накладили целую кучу, там 14 или 15, так что новых серверов вряд ли появится. Ну, сейчас я гляну. Ну, опять же, видишь, вот ПВ, почему, который, ну, она мне вот в итоге не понравилась, потому что там стандартная система. Выигрывает тот, у кого выше левел. Ну, не ну, всегда. 90%. Выигрывает тот. О, новый сервер написан на ПВ. Чё, пацаны, пошли. Я научу вас отбливать. Ну-ка, когда новый сервер? Запущен новый сервер. 10-го. Сегодня у нас 12-е. Так. Блин, задонатить туда пару тысяч, и все, и стать там царем. Вот видишь, опять левел качал, все, ты царь бог. Нет, там именно задонатить. Там есть предметы, которые ломают просто баланс, и они покупаются за донат. То есть. А там, когда умираешь, ничего есть, тебе не выпадает? Выпадает. Если ты неправильно ведешь PvP бой, то выпадает. В смысле неправильно? А там надо все-таки думать головой, то есть, как вам объяснить? Вот там надо ударять только в правильный момент и по правильной цели. А если этого не выполнить, то можно иметь потом печальный вид. Вар, кстати, говорит. Может, ПВ покажешь? Кого? ПВ. ПВ показать? Да. Ну, знаете, я обычно люблю там играть, знаете, за кого? За тонких дамагеров, то есть за тех, кто учиняет разбой. Вот, ну, в принципе, да можно. Ну, просто, блин. А, ну, может, лучника взять. Лучник, в принципе, он всегда пригодится. Ну, вы берите тогда каких-нибудь танков. А, чё, мы... Я буду неделю играть. Или варвар. Варвар? Да. Ну, ты уж играл, поди понял, что там к чему. Ну, да. Ну, как понял? Не, я тупо как гриндил, как в убивалку времени. Я тупо приходил там, речку... Мобов, да? Я на ту сторону переходил, да, и херачил там мобов. Ну, в принципе, блин, там, новый сервер. Там еще какие-то эти тундуйки стояли. Ну, в принципе, я могу показать мастер-класс, то есть как... быстро прокачать, попасть в топ-клан, попаду там сразу, блин, ну, блин, вызов такой классный, чё же я вчера не зашел сюда.
там уже два дня, ребята, качаются, уже там 30-40 левелы. Блин. Прям охота. Ностальгия. Ну как бы да. Так, если играть, то кем? Ну вот мне приходит на ум шаман, лучник там. Ну то есть кто-то, кто. А мне вот девка, например, лучника советовала. Но я поиграл, что-то мне. Ну, лучник, знаешь, вот в PvP он один из самых слабых классов. Ну, я, знаешь, я как сказать, я тупой танк. Тупо танкую и тупо вот машу обычными ударами. Мне даже один скилл использовать. Там вот, да, там есть проблема в том, что это, там есть предметы за донат валюту, которые ломают баланс. И вот, блин, вот это меня смущает. То есть я даже начинаю, если играть, то сразу смотрю, какой персонаж, допустим, сможет меньше тратить на себя донатство. Это ассасин, нельзя, допустим, шаман. Кстати, чисто вот ПВЕшку, допустим, остаться. По сути нельзя, потому что там, вот допустим, чем не дальше, тем тебе понадобится более хороший шмот, а он там будет стоить там десятки миллионов монет, и... а чтобы их нафармить, тебе придется убить миллиард мобов, и как бы это очень-очень долго. И ну кач... и плюс, наверное, зоны есть, да, где на тебя могут напасть. Нет, тебя почти везде могут напасть. А. Но надо с умом как бы к этому подходить. То есть можно ставить замок, это надо тоже уметь делать, но быть готовым к постановке замка. То есть тут надо прям продумывать. Я раньше почти не участвовал в PvP, потому что не умел вот замок выставлять, не понимал, что это. Не умел или умел наоборот? Я не умел. И поэтому... Замок надо, чтобы участвовать или не участвовать? Замок нужен для того, чтобы участвовать безбоязненно и чтобы тебя убили, допустим, а у тебя ничего не выпало. То есть вот в чем смысл. Эх, блин, как классно, классно сделано. Блин, ну в ПВ, ну, чтобы в ПВ поиграть, все, надо... Все, загорелось. Ну да. Вы что, я же чемпион там по прокачке персонажа. Не чемпион, но пятое место по серверу, это я считаю нормально. Как-то у нас было там соревнование такое. Я правда с самого начала начал там все соло, без всяких там гиперов, которые сейчас там в ходу. Ну гипер опять это донат, то есть если ты хочешь побыстрее прокачаться, донать. Ну, какая это... система оплаты, кто ее хозяин, а то бывают разные серверы. Да это я пошел, блин. Насколько мне известно, официальные серверы только на Mail.ru. Соответственно, ну, да. И оплату туда. Да. Не, а на неофе играть, в принципе, нет смысла особо. Я, например, с неофами завязал после того, как узнал, что там бывает довольно часто вайп. Причем узнал на себе, что там бывает довольно часто вайп. Причем да. Тупо на пустом месте, вот тупо народ перестал играть, ага, значит уже прокачался, значит уже не так интересно играть, ага. Ну, как надо только на сервере ребята прокачиваются, то там становится, в принципе, неинтересно, все фармят аук. Потому что, как бы, на официальных серваках кстати, народ почаще обновляется, нежели на, не на пиратах, как сказать. Блин, как это называется? Они же, по сути, ну, не особо пиратские. Клиент, он клиента не один на всех. Эх, капец, я в какую-то призрачную локацию попал, а как из него? И заблудился. Да вообще. Слушай, а смотри, как у тебя, как трап, он прям по воде херачит. Или у него своя там, а у него своя атмосфера. В смысле? Ну я смотрю, он там скачет вроде, а у него свои мышцы, ну мышцы там всплывают. Ну твой типа утонул, а он подстает к тебе. Нет, быстрее беги, когда быстро медленно. Не, а эти камни, они появляются в зависимости от того, где я бегу, то есть... Ну ты, а видишь, ты бежишь, а этот-то отстал, и за ним у него свои камни там. Я вот почему, я сначала думал, он там прям по воде херачит. Он их сел, ну что. А у него там своя атмосфера. Блин, меня прям направили. Мне чем-то Майнкрафт напомнил, кстати. Ну вот это вот классно, вот это супер.
Что, Майнкрафт напомнил? Я бы Нет, сказал. я имею в виду вот этот вот придумок с камнями. А, в Майнкрафт так же можно сделать. Почти так. А, все равно будет видно, где они находятся. Блин, в какой тупик я прибыл. А плавает твой персонаж не будет. Не получили. Нет, в ТВ, допустим, побегал, просто они в ТВ, да, она в ТВ. ПВ, блин, ПВ. Не, блин, сделали бы, допустим, как вот есть, как он называется, наша ММОшка. Сфера? Не-не-не-не. Там еще была какая-то. Блин, я в ней, короче, начал играть, только потому что узнал, что там в астралах можно свои корабли строить. А, эти. Лоды, да-да-да. Вот, они есть фритуплейные сервера, есть по подписке. Причем по подписке там баланс такой, то что не надо донатить, по-моему. Ну, а вообще, эта игра Лода, она изначально и должна была быть донатной. Но, ой, не донатная, а по подписке. Mm-hmm. Если бы вот я начал бы в нее играть нормально по подписке, то я бы в нее, наверное, играл сейчас. Но она неплохая. Я забросил ее на фиг, я выбрал там перс какого-то. Я не знаю, я левелин, наверное, на 15-м, наверное, уже тупо начал подыхать от мобов. Прям. А, ну да, есть такое дело. Быстро достаточно. Да. Я вот не знаю, это из-за доната или просто там... Ну, это тупо, из-за того, что там как бы каждое очко статов, оно сильно влияет на игру. Mm-hmm. Блин, да как же туда попасть? Гуляй. По сути, мне туда надо, вот туда. Я тогда полагаю, у тебя и клиент есть. А лодов-то? Ну нет, а чё? И кого? Perfect World? А, короче, я пошел есть. И ставлю ПВ на скач. Если все ПВ. Норм, то попозже можно загамать. Окей. Я тоже сейчас поставлю. Я походу даже предлагает прям сразу стрим с людьми. Не, ну стрим давайте учиним. Только надо нам это расу, наверное, взять какую-то. Не, ну хотя 20 левел, мы быстренько его наберем там часов за 8. И все, и потом соберемся. Ну спасибо тебе. Не, на самом деле. Не. Ну. Как вам сказать, если одинаковые будут классы, то мы вместе потом не сможем особо бегать. Вот в чем дело. Там нет, же хорошо, когда разные. Так, о, я даже сейчас озвучу системные требования. Минимальные. Да это ерунда, если там требования. Да, старинная графика. Главное в городе не зависать. Графон там не такой, кстати, убогий. Ну, конечно, угловатый, но он симпатичный относительно. Капец, ну, я возвращаюсь в ПВ. Жесть. В общем, тут с XP, Windows 2000, Windows Vista. Ну, может, кому интересно. Это минималки, я считаю. Intel Pentium 4, 1,6 ГГц или AMD. Ну, AMD я не буду читать. Не процессоры, не видео. В моем понимании. Оперативки 2 гига, GeForce FX5200, 128 мегабайт, 7 гигов свободных мест на доступ в интернет. Рекомендуемый Windows 7, Core 2 Duo 1.8, 3 гига или более оперативки, GeForce 7600GS на 256, ну, это тоже старинное. 14 гигабайт свободных мест на жестком диске и широкополосный доступ. Я вот не пойму, 7 гигов. Вот, почему вот минималки 7, а рекомендуемые 14? Она, типа, ну, это не... файл подкачки, там, наверное, имеется в виду. Что там это... Там вот, когда в город в главный заходишь, то... Ну, короче, у нас есть шанс, ребята, попасть в какой-нибудь хороший клан, если мы вот сейчас начнем. Даже ну, хороший шанс. Веришь, нет, вот лично мне на клан вот вообще... И я... Так, чисто зайду погриндить. Ну ладно, давайте погриндим, что ли. Действительно. Гриндить там можно. И то вот, говорю, я почему танк скобил, потому что он такой незамысловатый, там не надо гриндить, именно, ну, скиллами там, ну, да тут.
А тут ты танкуешь и прям основным ударом. Ну, в общем, Warrior, ты будешь танком. Если чё. Ай, ты чё? Чему он-то? Я тоже, смотри, я про танков как-то играю. Ты как... Блин, ну тогда... Нет, это... я не то, что хочу, а просто говорю. Рассказываю тут, что я там... Блин, а, ну, сука. Лишь бы не я. Я могу знать, кем будет жрецом. Хиллером буду хилить. Я сейчас трансляцию обрублю, я сейчас не смогу посмотреть. Она у меня просто... Во, я придумал, кем я буду. Я жрецом буду. Буду вас вылечивать, бафы вам буду давать хорошие, то есть чтобы вы были такими. Ну, а если уж мы заладимся играть, то жрец он и в PvP хорош, в принципе, во всем. Интересно, когда игра будет устанавливаться? Я буду большим меценатом. Тут прям видел захват, есть прям можно. Ты тут... Так, блин, что-то я запутался в этой подводной воде. Так, ПВ на скачивание. Так, да, сегодня будет ночь без сна. Так. Ну, спасибо, обрадовал. Ну, блин, ну, Варвар, это ты виноват, Варвар виноват. Так. Она free-to-play. Ну, free-to-play, да. Да, да. Явно. Так. Я вот, кстати, жрецом. Вот жрец — это самый лучший, можно сказать, персонаж поддержки, который есть там в игре. То есть он может вам здоровье заливать там, ну, на высоких стадиях ману может закидывать. То есть он будет позволять обходиться без вот этих донатов вещей. Они бывают очень дорогими, собаки. Ладно. Не, ну вообще, почему, кстати, вот я лично начал качать, ну, как бы заинтересовал в том плане, что ты уже играл, и мне интересно, как вообще... А, во что вот я эти... играл, да? Нет, как они проходят, вот, там же все ссылают мод вообще в целом, вот, всякими там, как они называются, там, рейдами, или как это называется. Ну, там больше не рейды, там есть такие, как бы, ну, как задания повышенной сложности, то есть там разные боссы, вот, но, блин, это на часы, на самом деле, то есть, чтобы пройти там, особенно без доната, это, блин, капец. Короче, вот оно, у меня 3 часа будет играть. 3 часа, ой, я, кстати, нашел самоцвет. Кстати, если ты поставил на закачку, у тебя стрим как там? Да у меня быстро скачается. Ну, не 3 часа, это точно. Там гигабайт 5 где-то клиент. 5,5. Это записи учетные у меня уже есть, то есть мне не регистрироваться. Обычно подходит. Так, ну кажется, я сейчас выберусь уже с этого острова и думаю, на этом стрим закончу и пойду ПВ качать. Загорелся. Ну блин, ну вот, конечно, как это старая любовь. О-о-о. Не обманешь. Так. Так, похоже, скайп отвалился. Так, ладно, так, надо. Ну, я тут скайп отвалился, потому что интернет не тянет. Ну, не то, что интернет не тянет, а просто, ну, например, когда через Steam качаю, я могу там играть даже, он нормально реагирует. А вот этот клиент или там какой-нибудь торрент, он прям полностью все прям подсасывает подчистую. Ясно. Вот. Ну, я сейчас уже завершаю, то есть я, в принципе, запланировал уже, вот, что сделать надо. Надо... Блин. Надо до того камня добраться. Блин, это надо думать. Реально, по кусоку пропыло, сразу все, стрим бросил, бегал. Чувак новый вышел, все прям. Не, ну, с добрыми товарищами, почему бы не поиграть в ПВ? Ну, я думаю, по сравнению с тем же Ивом, там, все-таки это будет разочарование, ну... Ладно. Разочарование.
Ну, в смысле, все-таки уже привык к какой-то более интересному игре. А, занятие, да? Ну да, то есть... А, кстати, я пробовал быть хилом, да? Вот даже в ПВЕ, там, не знаю, меня вынесли в первом бою сразу. Не, а там хилов тоже выносит сразу. Ну, просто хил, чем он хорош, пока его будут выносить, как бы другие его товарищи вынесут врага. А на более старших уровнях развития у хила есть такая фигня. Он там кидает слипы, допустим, на 40-30 секунд, и все, и враг стоит, а хил делает свои дела. То есть дальше хил, он только улучшается. И в любом случае хил, он как твинк даже будет полезен. То есть он накинет бафы, допустим, на какого-нибудь нагиб персонажа, и все, и он станет вдвойне нагибатором. Ну, жрец не помешает в любом случае. Он может резать без потери опыта, в конце концов. То есть, допустим, умер герой, а там резнуться, это целая история тоже. Раз хил резнул, все. Потери опыта нет. Там, ладно, разберемся. Да, чувствуется, будет долгий диалог. Да. Ну, по ПВЕ я, можно сказать, такой большой специалист. Сколько ты у меня играл? Сколько играл? Да. Я играл с самого первого сервера, с Ориона. Когда он появился, я начал играть. И потом там я вступил в Орден Белых Рыцарей, там, ну, действительно такая как утопичная идея, конечно, в мире ПВ, но я пошел на другой сервер, там, по-моему, на Сириус, и там уже вот мы начали побеждать. Ну, короче, потом я там стал немножко донатить, и уже просто вообще крантец наступил. Я еще взял такого класса. Прикол в чем? То, что вот ПВ, вот новый сервер тебе дает какое-то преимущество. Да, новый сервер дает преимущество. А в Лыске он тебе ничего не дает. Ну, этот новый сервер, он закончится там через 2 месяца, на самом деле. Там уже будет, если не раньше, потому что там, ну, там просто технология прокачки и все, собственно. Да. То есть в ПВ там сейчас гиперы вот эти появились, куча разных, ну, за донат куча разных вольностей можно позволить. И поэтому в ПВ там сейчас, вот мы сейчас придем, а там уже будут бати, которые там, не знаю, уже там одолевают. Нагибают. Они, да, они нагибают. То есть, страх. Это будет. С другой стороны, главное правильное это, как бы, вести себя. То есть, вот, всякие вот ганги, там, надо к этому спокойно относиться. Там, допустим, ну, если задонатишь, то и возьмешь какого-нибудь ассасина, то, конечно, уже к гангам спокойно не будешь относиться. Ну, блин, это надо потом их ловить, там, убивать. Я тогда их буду уничтожать, не знаю, целый год. Потом, ну, нафиг, короче. Так, блин, прям чуть-чуть мне осталось, я дойти не могу. О, я что нашел? Оказывается, в ПВР есть такие вот поп-аут. Кто? Поп-аут на ПВР. Если на него нажать, он открывается в отдельном окне на весь экран. Ну, в смысле, во все окно. Вот я говорил, то, что там плеер маленький, а вот, пожалуйста, у меня во все окно плеер. Ну, как бы, не на весь экран, но и такой маленький. Фух. Я вижу, картина не сильно изменилась. Ну, да, не изменилась. Я тут попал в какую-то водную ловушку. Ёкарный бабай. Прям вот чуть-чуть не хватает, на самом деле, чтобы пройти. Так. А есть еще варианты? Так, а может вот так? Я же туда доходил, значит, это возможно. Так. Проход, как всегда, на деньги. Ну, тут капец.
А, о, кажется. Ну, блин. Ну, как так? Прям вот... Ну вот, может. Да. Все. Пора. Золотой сундук. Ууу, вот это да. Ради чего я тут ходил? Ради. А, да что-то ничего не выпало такого-то золота просто. Ну зато головоломка. Офигенно, кстати. Побегать тут пришлось. Так, ладно, сейчас я сохраняюсь. Походу был, кстати. Не, ну там надо было найти на этих островах три кристалла, засунуть, ну это, блин, ну это же никто не объяснял. Это нашел, засунул? Да, засунул. Ну, меня, как это, я убил какого-то призрачного зверя, а он меня раз и телепортировал вот в ту локацию. И ну, решил побег. Ну все, тогда сохраняюсь, иду качать ПВ и стрим по ПВ. Сейчас 19:30. Так, 19:30. Ну, часов в 20:30 тогда я подключусь, думаю. В 20:30? Не знаю, часов в 20 или 30. Не, в 20 часов 30 минут где-то. Ну, надо похавать там. Блин, надо подготовиться к такой прокачке. Надо все-таки подумать, кого взять. В принципе... кого-то, ну, жреца, наверное. Жрец, да. Тогда это я... точно получится прям вот истерия. Ну, в принципе, вот, если бы я взял друида, вот это был бы упоротый стрим, потому что я тогда вообще бы там не спал, убивал бы мобов и бегал, и там у него мана не кончается. Ну, ладно, жреца возьму. Решено. Чтобы вам просто помочь, то есть жрец он довольно неплохо. Ты через час уже зайдешь, а я тут через три. Так. Ну, ладно, я зайду, ну, пару левелов там возьму. Ну, опять же. Там пока с этим побегает, я мог. Мог я вообще не зайти, я же не знаю. Окей, так. Потому что. Вдруг я спать. Все. А, стоп, отмена. Блин, давно я не играл, мне позориться бы. Ладно, так, ну из Torchlight'а выхожу, так сказать, всем зрителям спасибо, и сейчас готовьтесь. Через час будем играть в ПВ и побеждать. Сикайте, какайте, кушайте. Да, потому что ПВ, все, мы разовьемся. Ну ладно, не совсем уж мы разовьемся, но... Я думаю, вот сегодня у нас суббота. Ну, до завтра с 30-ми левелами легко станем. И дальше... Вот дальше уже будет труднее, на самом деле. Я посмотрю, как ты надо 30-го левела раскачать. Быстренько. Ну, надо только квесты брать, как бы, вовремя, по таймингу и желательно пачкой. Да я в саму же все забыл, блин. Варвар, интересно, когда смотрит нас? Нет, ну ладно, он на заказчик поставил. Так, ну ладно, я тоже тогда отхожу и где-то через час запущу стрим. Ну, новый сервер, это да, это... И интересно. Новые темы, наверное, будет, или... Ну это, да. Скажи, как людям-то вернуться-то. Ну, тема будет на стоп-гейме новая, и я везде постараюсь прорекламировать. Это дело. Вот, ну все, спасибо, ага, что были с нами. Ну да, всем как до скорой встречи. Да, до скорой встречи, возможно. Так, стрим.